Так, ребята, чё у нас там? Я даже не помню, на чем мы вообще, блин, остановились. Короче, Ливер, за тебя, блядь, ебану Пепси. Сегодня не пью, поэтому... Пепси. На чем мы там вообще остановились? Я даже не помню, ребята. А, надо Руби найти. Траекторию выстрела. Ага. Лосе уже ну, она съехала же, да? Снимите ботинки жертвы. Ну, это забейте, я уже этого не сделаю, ребята. Ладно, погнали в рыбацкой деревне. Жители рыбацкой деревни. Так. Сначала нужно перейти через слюз к югу от Мартинеза, а затем идти по побережью до небольшой рыбацкой деревушки. Прикол. Давай, Джидисан, давай, дружище. Будь здоров. Так. Пошлите, ребята. Если на юг нам двигаться, то это куда-то сюда. Ну, здесь, вот сюда. Аким уехал отвозить девчонку. Он вернется, типа, на следующий день. Как попасть в рыбацкую деревушку через мост, который... Не... Ну, я понял, что никак. Да, наверное. Мне надо туда, типа, идти. Так, ладно. Туда мне, наверное, не попасть, ребята, никак. Через мост. Время так-то уже 9 часов. Пойдем к челу сходим. Я знаю, что делать. Сколько интеллекта, почему здоровья так много? Интеллекта, кстати, не так-то много. Сила воли. Дерьме. Сила воли в дерьме, ребята. Здорово, печенье. Как режим лучше? Да. Я подрубил, чел. Ты как думаешь, что свой режим, если ты заходишь в 6 ПМСК на стрим, а он уже полчаса идет. Уже заебись. Так, мне нужно дойти, короче, до многоквартирного дома и добраться до чела, который сказал там после 9 к нему зайти. Я думаю, это будет оптимально сделать. Прям с кайфом. Мега кайф. А богатая тетка уехала, что ли? Чего? Она уехала, она уплыла. Отправилась в деревню на побережье. Увидимся там, офицер Джойс. Бля, как мне добраться до этой ебучей деревни? Так. Какая там квартира, подождите. Курильщик на балконе. Приди к квартире 28 после 20. Что происходит? Так, 28 квартира, блядь. Это какая? 10. Там отец Куна лежит. Ухой. А, мне кажется, вот сюда, наверное, нужно, нет, выходить? На балкон, и вот-то чел, типа, вот он, курильщик. Вот он, точно. Так, вы нашли меня, наверное? Угу. Его стройную фигуру подсвечивают городские огни. Далекие улицы автострады сверкают, словно бриллианты. И его рубашка до сих пор расстегнута. Я нашел ключ, спрятанный под камнем. Твой? Да, мой. Ага. Вы здесь, чтобы все наладить? Ну, если честно, я просто стараюсь особо не напортачить. Я надеялся поговорить с специальным свидетелем. Свой балкон на вид места преступления. Да, у меня такая цель. Beautiful. Чудесно. У меня для вас хорошие новости. Сегодня у меня мой воскресный друг. Я рассказал ему про вас, и он хочет поздороваться. Заходите, он уже ждет. Бля, пацаны, это очень странно, типа. Вы вот зашли ночью, короче, к типу. Один без своего напарника, если он зовет вас ночью.
Кстати, видите, отсюда просто отпадный. Показать на силуэт города. Да, поэтому я выбрал это место. Зачем нам встречаться с твоим другом? Вам понравится? Постой, кто там у тебя? Бля, постой, кто там у тебя? Мой воскресный друг. Очень хорошо, я поговорю с ним. Я хочу поговорить с тобой, у меня много вопросов. Это мило, но мне правда нечего сказать. Вам нужен мой друг, а не я. Бля. Даже мне пора бежать. Кто-то сказал тебе, что ты никогда больше не поговоришь с такой яркой, загадочной личностью. Куда? В город. Сегодня чудесная ночь. Мужчина на высоких каблуках вываливается из двери подвального клуба. Музыка гремит на весь район. Довольно свежо, и когда вещества попадают в его нервную систему, кожа покрывается мириадами мурашек. Только если ты пообещаешь, что мы еще поговорим, это важно. Мы поговорим. Просто не сегодня. Окей. И он снова ушел. Похоже, это входит в его привычку. Ладно. Это что, блядь, за хлыщ? Сотрудник Ревашольской гражданской полиции. У него чистые ухоженные брюки, и этот человек понимает, насколько важна внешность. Меня зовут Шарль Вильдруа, я чиновник коалиционного правительства. Я работаю на институт Stability Цен по зданию Иссюр-Ля-Кле. Я слышал, как вы говорили снаружи с моим другом. Замечательно, супер. Я готов помочь вам, как только смогу спросить меня о повешении. Так, подожди. Вы видели расправу своими глазами? Совершенно это так, офицер. Ебать. Он не видел повешения. Он видел маленький спектакль про Ник Харди. Пусть говорит, возможно, знает больше. Начните сначала, если вам не сложно. Описать то, что я видел той ночью, будет непросто. Когда мне все казалось сюрреалистичным, словно в спектакле. Он протягивает вперед руки и раскрывает ладони, как преподаватель актерского мастерства, который задает сцену. То есть это было страшно? Не-не. Я хочу сказать, это было не так. Это было так странно, что я едва мог поверить, что все происходит на самом деле. Я был на балконе, когда все случилось, дышал воздухом. Помню, как сначала они притащили напоминающее тело куль, а потом во всех окнах вокруг начали задергивать занавески. Тогда-то я и понял, я не должен был это видеть. Благодарю. Думаю, картина нам ясна. Что-нибудь еще? Только что их было 8 или 10, точнее, в темноте было не рассмотреть, и что было очень тихо. Это была самая тихая расправа, которую я когда-либо слышал. Но я подозреваю, что вам уже было известно. Неужели сотрудник РМ? Так. И что же такой чиновник, как вы, делает в Мартинезе? Так, они пытаются стабилизировать цены. Здорово, сторож, привет, Вольтик. Здорово, ребята. Здорово, Замочкин. Здорово. Привет, ребят, привет. Экономика влияет на все международное сообщество, так что контроль за ней должен быть международный. Хорошо. Что вы делаете здесь, в квартире? Я сделаю ремонт здесь. Очень интересный проект. Здание было 12-этажным небоскребом, пока 4 верхних этажа не снесли из-за пушек. Конечно, это случилось, когда здесь вызвались силы коалиции. Здорово, Савина, привет. Значит, вы какой-то бюрократ? Да. Я уполномоченный из Сюр-Ля-Кле и работаю на институт Stability Цен. Так, окей. Ладно, похуй на тебя. А если бы я сказал, что в Мартинезе есть беглый преступник из Моралинтерна? Преступник? Гипотетически. Ага. Например, про преступный шпионаж. Это Катажина Аласье. Полиция задержала ее. Бля, драму попробуем. Это Эрвар Клэр? Его зовут Гарт, он работает на стрихпе. Бля, кого подставить?
Бля, Врар отвратительный чел. Гард ничего не сделал. А российский водитель, похуй на него. Мне кажется, что Эврар отличная вообще тема. Вы точно ошибаетесь. Вы встречались с Эвраром? Именно. Это тренажер. Кроме того, в некоторых менее развитых странах Марлин Терри может сквозь пальцы смотреть на местные обычаи. Обычаи, специфическая налоговая коррупция. Я понял отчете в вашем сообщении, но боюсь, его забудут в шкафчике где-нибудь в Мирове. Очень жаль. Да, я согласен. Ясно. Окей. Ладно, похуй. Минуточку. Боюсь, от меня вы знаете, что хотели. Погодите, а что вы хотите? Дипломатические протоколы не рекомендуют, должно быть лицо мое положение обсуждать убийство с местными стражи порядка. К тому же у меня мало времени. Я просто хочу смотреться. Есть тут что-нибудь? Амарийская каноничная шляпа. Логика внушения. Нет. Тут что? Выходной шелковый халат, блять. Старая фотография. Вот съедает аромат дорогого мужского парфюма. Угу. Пользуйтесь парфюмом, кстати, ребята. Тарелки отмокают. Пустая пепельница. Дата открытых лекций. Флайер на попе вечеринке. Интересно. Was there anything else? Of course. Да ладно, я ухожу. Так. Пряники фаун. Так, ну все, можно идти, в принципе, ложиться спать, я думаю. Здорово, Кусыч. Как дела? Нормально, старичок. Твои как? Занавески сдвинулись совсем чуть-чуть, внутри кто-то наблюдает. Внутри кто-то наблюдает. Кто же? Пойдет сессия. Все, поздравляю. Появляется лутик, кстати. Бля, батя Куна так и спит до сих пор. Жив, блядь. Ему похуй, ребята. Ему похуй на все. Он спит пьяный. You hear someone, a call. Бати, Куна похуй. И Куна тоже похуй. Всем похуй. А тут у нас что вообще? Тут можно залутаться. Деньги. 15 реалов, блять. Hello again, officers. Это ты спишь в угольном чулане? Я шахтер. Она действительно подводит глаза углем. Тебе нет нормального дома? Не самое лучшее место, но сгодится. Годится для чего? Ты шахтер? Да. Здесь нет нормального дома? Круто. Ты не хочешь говорить о убийстве, но может расскажешь что-нибудь о бесчестной же броне убитого? Разбирание искусственного... не искусственного, а искусственного тела. Я видела, как девочка бегала про баскетбол с какими-то перчатками арабского класса. Выглядела просто умилительно. Моня, ты осмотрел свой планшет? Да, вроде да. Если там еще не был, деревня — это жопа мира, туда можно попасть и идти от площади в сторону побережья. Ага. Понял. Ладно, давай, ББ Синди. Синди Кэмпбелл. Маленькую девочку в рыбацкой деревне. Дропа не предвидится? На Диско Элизиум?
Да я бы не сказал. Блять, сейчас, подожди, мне выход найти. Из этой хаты, блять. А это она тут живет. Милфа уехала, а тут чё? This is a wall on the side of an apartment building. Это творец многоквартирный дом. Невозможно. Почему я смотрю на эту стену? Концептуализация даю. Ну-ка, погоди-ка. Концептуализация. Концептуализация. Сейчас я должен вообще развалить на изи. 42%. Сука. Ребят, паролим чуть-чуть. Бля, ну 42%, давай. С третьего раза. А насколько старый комп битбокс? Ты с камень, да похуй мне вообще. Прохожу как хочу. Хе-хе. Just an ordinary wall. Nothing to see. You have... Just an ordinary wall. Nothing to see here. Because this is no ordinary wall. It is sublime. Пусть эстетическое удовольствие проникает через зрачки в мозг и приводит в нем новые мысли. Прочтение должны совершать паломничество других зданий. Бла-бла-бла. О! Да, я должен улучшить стену. Absolutely. Now you just... yes. Сделать эту стену еще прекраснее, ёпта. Бля, шелковый халат. Это выглядит просто ужасно. Это что за пиздюк? А, Куна. Вот она где стоит. Apparently, she doesn't like people. Ага. Ну что, пришел со мной разделаться? If anything, you're afraid she'll take you out one day. Чего ты взяла? i770-1070 GTX, нихуя себе старый комп, блядь. Старичок, ну на этом даже в GTA-шку можешь залипнуть. А вообще, я не знаю, Драгонагу перепройди. Те-те-те-те-те. А чё ты файл фикс не хочешь 13-ю сама поиграть вместо 14-й? 14-я скучная, пиздец, типа, ну, максимально скучная игра. Нихуй там делать. Оранжевая бомжовая шапка. Ебать, наконец-то! Ебать, я нашел что-то на голову. Бля, вы посмотрите, как он выглядит, парни. Это не просто... это не просто, типа, пиздец. Это, бля, полный пиздец. Бля, просто реально как черт, блядь. Он выглядит просто ужасно. Как настоящий алкаш, бля, вот серьезно. Просто как алкоголик ебучий. Который все пропивает, нахуй, в своей жизни. This coin of your money disappears. The curtains, the lenses, it looks as if it was a... it's not possible to know for... А, подожди, я там осматриваю, похуй. There's water vapor in the way. And... нет, это хуйня, я просто опыт залутал. This coin operated viewer is facing southward. The metal feels cold and wet under a thick layer of graffiti under the graffito. A sea of blue around the large wooden building. A thick under the graf... around the meat machine. Хуйня все. Еще вон есть бинокль. Кто-то сломал. О, полиэтиленовый пакет. Я могу теперь бутылки собирать ходить, ебать. Охуеть. Линия отверстий от пуль.
Ладно. Окей. The dented yellow mailbox greets you with its... Это надо в руку типа взять пакет. Бля, ёбаный бомж, реально с этим пакетом это пиздец. Я буквально играю за бомжа, чуваки. Я, блядь, буквально за бомжа ебашу. Ладно, надо спать ложиться. А чё я, блядь? Вон, смотри, сколько бутылок лежит. Так, с ним можешь ещё поговорить что-то о чём-то? The Coppernado is back. What do you want? Он уже нормально ко мне начал обращаться. Там же коп. В будке сторожа? А где она находится? Да надо спать идти, блять. Успеем еще бутылки пособирать. Can I help you? Вон тут бутылки. Я их не могу собирать, кстати. The bed is still cold from the broken window, and not too inviting. But it's yours. You've earned it. Бля, ну давайте, ладно, бутылки, если я могу. Ты можешь еще ходить. Ладно, ладно. Погнали, походим. Не будем этот день скипать. Пойдем бутылки собирать, блядь. А где эта, блядь, хуйня? На лавочку можно спать лечь. О, бутылка, нахуй. You sit on the wind-worn wooden planks of the bench. Your feet ache. А, я могу еще время скипать, ебать. Я могу скипать время даже, охуеть. Так, подожди. О, мусорка, ребята. Там по-любому есть добро, блядь. Перчатки без пальцев, электрохимия. А это что за хлыщ? Добрый вечер, офицер. Старородный мужчина, нарезающий изрядный ломоть солями. Старым охотничьим ножом. Угу. Он стоит в расстоянии позе, несмотря на мощность его сожжения, и нож в руке. Что тут делаешь? На другой стороне шлюз застрял мой друг. И ем салями, блядь. Нихуя, у них дружеская встреча, ребята. Ага. Very good stuff. Ммм, заебись. Чем могу служить? Я кушу, снимаю шкурку. Very good stuff, блять. Я всегда думал, что это по наркоте, типа. А это, оказывается, просто, ну, под солями подходит. Very good stuff. А это, оказывается, реально подходит под солями, блять. Ммм, very good stuff. Ты знаешь, как это произошло? Не видел. Ага. Что дальше на берегу? Рыбацкая деревня, заброшенный рыбный рынок, странная церковь. Окей, короче, все. Не поделишься солями? Без проблем. Заебись. Бля, пиздата, когда тебя угощают, да, едой? Good stuff под любой полезный лут подходит, понял. Да это ж охуенно. Бля, ребят, где сторож сидит? Где бутылки можно собрать? Скажите, пожалуйста, я поспидранищу. Угостили солями. Не солями, а солями.
look. It's the cop who turned me into a bad person. Ну, блядь, да иди нахуй, я бы тебе, блядь, бутылку, сука, разбил голову. Где плащ нашел? А где его нашел? Там, где Куна сидит? Пошел музончик. Отличный музон для того, чтобы собирать... Для того, чтобы собирать бутылки нахуй. You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. О, подождите, ребята, вот же оно, блядь, добро. The trash container, the smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags. Ёбаный бич, блядь. The container sounds of my ёбаный бомж. Да я знаю, как я пойду, чувак, еще есть план, короче говоря. Вот это что такое? О, подожди, ведро какое-то нахуй. Подожди, а это что это за здание? Как тут попасть? А как попасть вот сюда? Ебать. Вот и сюда и попал. Хороши. Открытка Гран Курон. Прям скоро обвалится. Подождите, а я туда как-то пролазил? Этого прохода. Теперь наверх. Да ну нахуй, как? Что-то я не помню, пацаны. Как я туда пролез, блять? А, подожди. Или нет? Просто нажми, он сам дойдет. Да не идет, вот именно что он туда. Он не идет туда, чуваки. Как туда пробраться, я не понимаю, блять. А вот, блять, ебать. Просто так нарисовано по-уебански, если честно, местами. Да-да-да, чуваки, это пиздец. Будто я, блядь, запутался. Очень по-уебански сделано. Как будто, блядь, тут не пройдешь. Нарисовано по-уебански. Вон тут есть проходец. Теперь прыгай. Блядь, там же разъебаться можно, не? Где напарник уехал отвозить заключенную девку? А куда мне прыгать? Тут нельзя прыгнуть. Я уже прыгал, ребят, за плащом. Я уже прыгал.
Там уже у меня все открыто. Пошли дальше. Let's go. Я понял, понял. Уна похуй. Так, идем через профсоюз. А ну погоди-ка, кстати. Пьян огромный зайц на подушке, вен следы от кружки. Может, здесь кто-то привык отдыхать здесь, слушая радио. Вот это вот хуйня. The already familiar cold touch of plastic welcomes you as you pick up the handset. Вот тут что-то можно будет вроде. The file cabinet stands steady as ever. At hundreds and the set you already to draw. Я здесь нет. Выбил ли я дверь в книжном магазине? Нет, вроде. О, блин, бутылки. Ребята, это нам. Ебать тут бутылок. Да ну нахуй, это все мне? Бля, за сколько они продаются за единицу? Джекпот реально, блин. Почем они там продаются? За копейки, да? За копейки. Ладно, пойдем сдадим их. Это вот сюда же, да? The tear machine stands in the corner. Your bottles clunk into the machine, and the money appears. You're 100% sure you got special hobo cop money for that tear. Компом же копа. At least 100% extra. Бля. Ну чё-то слабо. Да-да, бомжикоп вроде вкачан мне. Чё-то, чё-то как-то баловато. Ну ладно, пошлите спать, короче. Пора бы дальше уже двигаться. Чё-то знаете, в игре как будто бы... Ну да, думал стать. Всё, идем спать. На выпивку хватит. Да мне бы, блядь, чтоб покрывать этот. Мне нужно покрывать долги. Постель еще холодный от ветра, сдувающего разбитое окно. Скрипят пружин матрас, закрываешь глаза и засихся пытаешься заснуть. Мы засыпаем. Все как всегда, подрыночек, набегают волны, волокут тебя прочь, а ты не умолкаешься. Нет, ты обязан быть здесь, бесконечно цепляться за полосу осознанность. Ты сопротивляешься, братишка, почему? Все из твоего омерзительного тела, даже во сне тебе противно его с собой заполнять. Твое брюхо и бока неприятно чувствительны. Ты хотел бы сжаться в безопасный комок, в позу эмбриона, но не можешь из-за боли. А ее с лихвой, она вечно стучит себя внутри, будто у каждого органа своя поганая песня. Я признаю, что посеял и перенесу больше достоинства. Стоп, мы на поезде в село Ебисино? Я художник, токсин, кисть моя, печень холст. О, да, детка, преподнеси свои страдания, сделай, что не шедевр. Одна беда, никто не посмотрит. Все это скучно, парниша, до смерти скучно. Ты застрял здесь, в моем полумире. Мог бы присмотреться к другим людям, по-настоящему присмотреться, но ведь не станешь, верно?
присмотрюсь, я с ними присмотрюсь, мне нравится. Ага, они такие приветливые, правда? Он как минимум интересный, у каждого промежутка такой же процесс, как у тебя, теребит цветами. Люди прекрасны, они суть памятники себе. Пародия на себя и собственной трагедии. Великая демократия существ. Это чем ты занимаешься? Что это за осознанное рассуждение? Смотри, всюду огоньки вспыхивают, исчезают. Ты просто делаешь вид, что спишь. Даже себя обманываешь, а мир продолжает жить без тебя. И пусть, и пусть, и пусть. Только вот, он тебя не отпускает, верно? Вставай, время утереть блестящий от пота лоб, собраться с мыслями и начинать новый танец. Открыть глаза. Бля, хуёвый сон какой-то. Неинтересный. Ебать, доброе утро, нахуй. Good morning, Вьетнам! Какие нахуй треники у Куна, ребята? Ну, серьезно? Блядь, можно этот пакет нахуй из руки вытащить? Это ужасно. Бля, когда приедет этот мой шефчик? Это еще... О, бля, здорово, ёпта. Yes. Ну, если я жертву, ничего не помню. Он не может осмыслить даже поверить в это. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? Try work, the case at hand. It can work miracles. Focus on other people's troubles, not your own. Your heart beats twice like a fist. The lieutenant blinks, his mouth... Excuse me, I was lecturing you. I shouldn't have. You should consult a medical professional. О, блядь, окей. Okay. Да-да, надо бы позвонить, да. А это кто? The woman and an RCM patrol officer... Ну, какие-то копы, я так и понял. ...as she notices you. I would really prefer not to talk to you right now. A patrol officer is the lowest rank in the RCM. Патрульный самый низкий чин в РГМ, ниже 19 сержанта. Я расследую убийство. Ты кавалерия? Ты патрульный? Yes, I am. Все в порядке? I mean, why would I want to talk to you? Клево встретить еще одного копа. Я думал, мы с кем единственные. No, you're not. You're not the only cop in... Okay, fine. Let's talk. Что вы хотели? What does one talk about with a fellow officer? С какого участка? What precinct? Fucking deranged lunatic. You're getting an intellectually unsatisfying vibe from this conversation. Да, клёво, я тоже. I don't know what to say. Don't say anything, Judith. А что вы тут делаете? Погоди, а он из полиции? Me? No, I'm just a man with sunglasses. I like wearing sunglasses inside. Что тут делаете? I'm just looking out for... No one. I'm just a man with sunglasses. And you are? I just want to do my job. Ага. Something about the man with sunglasses and you. Ладно, давай. А ты что за хер, бля? You look like shit. And I don't mean that as a metaphor. Сам ты, блядь, как дерьмо выглядишь. Wow. You seem stable and in control. Now, what do you want? There's something about this guy that matches the sunglasses in your head. Бля, мы его тоже не помним, но что-то вспоминаем. The sunglasses, the haircut. He's... Famous. Полицейская волна. Ладушки, увидимся. So very familiar. Погоди, я узнаю твой голос. I wonder where. That's the where you remember me from. Да, я тебя раньше не видел. Подожди. Полицейская волна. Что мне дает полицейскую волну? Что-то точно давало там полицейскую волну. Ебать, с первого раза. Ты знаешь, чем дело? Двое будто знакомы, просто спроси. Скажи честно, ты меня откуда-то знаешь? О, я тебя определенно откуда-то знаю. Кусыч, спасибо большое, дружище. Спасибо огромное. На 3 месяца. Тир-3, ой, тир-3, говорю. Тир-1 подписчика. Спасибо огромнейшее. Огромнейшее спасибо.
Привет, смотрел диск в записи. Ты там говоришь, что диска мало смотрят, они лучше для стрима, возможно, для просмотра в записи, имба. Надеюсь, допройдешь. Ну, я стараюсь, старичок. Я стараюсь. Кому-то вот заходит. Так, я тебя откуда-то знаю. Из другой жизни? Откуда из другой жизни? Да, из другой жизни, не похоже. Может, в жизни полицейского, что работает в... Как думаешь, на каком участке ты бы работал вот это в 41-м? Окей, это плазибл. Это entirely плазибл. Now we really get somewhere good. Ты понял, гипотетически все первый час, давай поговорим о нем подробнее. Ким, кто это, блядь? Окей. Так, окей. Какие между нами были отношения? Мы напарники? Ты Ройс Клёвый, я бы хотел, чтобы был моим напарником. Would you now, or would I be cramping your style? Never mind. Нет, ты бы не испортил мой стиль. How about you stop wasting my time and get on with whatever you were doing then? Так, а у тебя есть расследование? Oh, no. Нету. You see, I enjoy watching other better cops solve crimes. This isn't helping. 272-300. Да-да. А кто есть еще на нашем полицейском участке? You're not going to believe this, but... Ты не поверишь, но он делает полицейские? Yes, sir. Solving crimes, locking up bad guys, and get this, and not getting that, just some regular boring motherfucker. Oh, it's you eccentric genius. I mean, with your unorthodox, not even. It's an urban myth about an officer who is so far undercover he can't. Okay, neither can I. Ким, кто это? I'm not getting involved in this. Бля, я не знаю, кто это, ёпта. Not as famous as you, superstar. Yeah, it's still irony. Я так и знал, Ким знал, что он суперзвезда, бля. Что я суперзвезда? I fear you misinterpreting the situation. Talk to me, superstar. What do you want? About what? You don't look like a cop. You know what you look like. На пророка? Ой, блядь, меня он уже бесит. Who does this asshole think he is? A cop. Теперь ты ответишь на мои вопросы? No. Нет. Почему? Ты разве не обязан? No, he doesn't. If I wasn't clinically depressed, I'd burst out laughing. I'm gonna go with no right now. Actually, I don't want to hear you say things. Привет, Стейси. Нас пропустила. Подписывайся на телеграм-канал мой, там вся будет инфа. А всегда есть инфа на стрим. Про стрим и план вообще, что будет. Привет. Брось, Жан. Его зовут Жан. Короче, расследование дела, оказывается, так мужчину застрелили и повесили. Тут есть мужик, его застрелили, а потом якобы повесили, но, возможно, застрелили как раз те же, кто и повесил. Что-то прикрыть? Вполне возможно. You know what? It must be because he's buff. He looks like he works out. Oh my god, there's more. You want Давай еще повешу. Я если тут повесил мужчину. So, do you know who hanged him? Почему еще я это говорю? Oh my god, there's... Ладно, похуй, бля, он меня бесит. Надо двигаться дальше. Позвоните лазарет в участке. Мне нужно еще перезвонить. Мне нужно позвонить, в принципе, блядь. Okay. The man with the sunglasses and his hypothetical station 41. Weird, right? There's something missing here. Мы что-то упускаем. Something you can't put our finger on. You know, yes. Just cross it off the list. It's probably not true, though. Слушайте, его зовут. Бля, я короче, даже не знаю, ребята. Я не помню этого чела, блядь. Мы с ним разговаривали, но я забыл уже его, нахуй. Я уже и не помню, кто это. О, тут курильщик, чел. Чел с сишкой, он пришел сюда? Hi, gendarme. Another rendezvous. Здравствуй. Hello. So what brings you here? Bye-bye, gendarme. Так, позвонить.
You see a set of steering levers, mm-hmm. a radio microphone, a pull-out toolbox, and the soft glow of the... This is Precinct 57. How may I assist you? Там что-то у Алисы надо было спросить. Так, лазарет. It will take just a moment. The voices fade out. Gottlieb, what you want? Что там? Что такое? He's carelessly chewing on a piece of hard... Искай, позвонит лазарет, за меня волнуется. Паршиво мне док, бля, очень. Oh. Это ты? Ты меня знаешь? Yes, there's no end to the misfortunes fate has seen fit to rain upon. Да-да, можешь сказать мне про меня, типа, кто такой? You are? You lost your human facade. Бля. Now let's get on with it. I've got more important things to do. По-моему, у меня инфаркт, я потерял память. With all the damage you've been dealing yourself with drugs and alcohol. Ты не делал что-нибудь еще? I'm not a brain doctor. It's hard to say if he doesn't believe you or doesn't care. Ты можешь чем-то хоть помочь мне? You want me to do blood work for you again? Tell you just how bad things really are. The real, honest to God truth. Stop drinking. Бросай пить, принимай магний и витамин D. Наш участок не дом престарелых. Бля, я пью витамин D постоянно. Сейчас уже ее магний начал принимать. Ебать, доктор прям говорит базу, чуваки. Я не хочу слушать эту тему. У меня вообще-то есть работа, бла-бла-бла. Fucking cryo-acta latte. It's super glue, doc. Ладно. Anything else I can help you with? Так, подожди, там что-то мне нужно было сделать с Алисой. Бля, мне нужно было позвонить Алисе, только зачем? Я не помню. Позвоните Алисе, если здесь, чтобы получить врацию владельца брони. Вот. Точно. Yes. The lieutenant leans in to listen, notebook in hand. That suit of armor was issued to an Oranese citizen named Elis Cortiner. That's E-L-L-I-S. Угу, точно это рождение известно. Мне на натальном отделении. Так, не натальном. Молодец, в прессе для листьев рядом с заброшенной фермой. Он провел в неонатальной клинике 4 месяца, очевидно выжил, 2 года был приведен в приемную семью. Вырос в приемной семье, в 17 лет поступил в Избанскую военную академию, это во Фредфорде. Служил в Оранской армии, пока в 41-м, за год до Семининской войны, не вышел в отставку с почетом. Потом Таблина отправилась с ним на Семинины, но, по крайней мере, я так предполагаю. Это все, данных о работе в Крен или нет. О приемных родителях есть инфа? Его нашли в листьях? Угу. То есть в скринере у вас только броня. And that is a small miracle. Mm-hmm. These organizations usually double check their inventory. No problem, lieutenant. Ладно, все, ББ. I'm glad in the cabin. Так, поехали дальше. Поехали дальше, ребята. Ну, нам нужно идти на переход, типа. Мы здесь вроде все закончили. Надо идти дальше. Я лазарет только что звонил. Бля, вот как перейти этот мост ебучий? Так, а тут что у нас? A couple of indicator light. You grab the handle and pull the lever up. As soon as the metal connects, the water lock starts moving. О, блядь, наконец-то. Починили. Заебись. Заебок, ребята, четко. All right, we can go to the coast now. Угу, погнали. Погнали. С дедами в парке? Да вроде нет. У бабки. Так, ребят, сейчас по квестам пробежаться. Маленькая девочка в рыбацкой деревне. Руби. И вместо выстрела. Минуточку, тут надо залутывать все. За воротами видны машины, брошенные грузовики. О, темные очки байкера полицейского. Ебать.
Ну теперь был бомж, теперь типичный санкт-петербургский чел. Да? Ипстер, ну. А был бомжом, блять. Ребята, а был бичом. Так, ладно, пошли вот сюда. Тут такое ощущение, как будто лутик есть. Кто-то сломал забор и срезал колючую проволоку. Блять, деньги лежат просто так. Ветер мочится по двору, годив ловушку четырех этажек. Самих качелей нет, здесь уже никого не было. Еще плюс бабло. Так. Ладно, это все здесь. Едем дальше, ребята. Едем дальше, ребята. Едем. Опа, канистрочка. Ебать. Машина потерпела крушение. Канистра из-под топлива. Неплохо. Ага. А вот куда вели следы с площади. Давай-ка смотрим поближе. Провести рукой по холодному металлу. Мотокарета застряла во льду. Чтобы ее вытащить, потребуется специальная бригада. Угу. Так, какой модель это мотокарета? Угу. Как давно она здесь? Что нам делать? А сколько ждать отлива? Здесь на качели ждем отлива. Ты усаживаешься на старт, так, ждем. Nothing but the sound of seagulls high above in the sky, echoing like distant laughter. Ice cracks around the blue motor carriage. Надо свистеть мелодию. На твоих губах вступает странный, но красивый контраст с окружающим унынием. Лейтенант косится на тебя, а потом, глядя перед тобой, пристанется прибавлять свою трель повыше и более мелодичную. Две птахи на проводе возле моря насвистывают, смотрят воду на тонущую машину. Дует ветер вдалеке за церковью. Какие-то бродяги спорят о пакете старой, что нашли в камышах. Еще дальше садится стая чаек. Облака летят по небу, а тень от качели ползет часовой. Так, прошло полчаса. Так. Кажется, предположить еще. Это самое. Твой отец тоже, ну... Сказать на свои глаза. У меня и папа, и мама наполовину солицы. Да, то есть оба. Я скучаю по родителям. Ползет тень качели, ты слышишь вдали ворчание города. Проходит полчаса. Просто странно, что у людей бывает настолько разный цвет кожи. Если тебе пришлось выбирать, на чью сторону бы встал? Как думаешь, я найду свой пистолет? Очень-очень надеюсь. А вот я подумал, если бы достаточно вложиться в правильное питание и физкультуру, то я бы мог выковать себе живое оружие. Тогда мне не понадобился бы пистолет. Теперь ты можешь изъять марку? Detective, I've been able to make out the mark ever since we arrived. Это Купри, 40-я модель. Он обращает внимание взгляд на тебя. Машина простая, без лоска, любит рабочие госучреждения. Там какой-то номер на боку. Да, 41. Как думаете, что означает? Да ну нахуй! 41 — это уровень иерархии подпольных так стритрейсеров. 41. Наверное, это Томми 41. Похоже на фабрики. Ненавижу играть в угадайку. Блять, да ладно, это его тачка, что ли? Он разъебал, что ли? Так. Что-то муниципальное? Да, участок. Полицейский участок, ваш. В животе разряется энд, тебя хватает ужасное чувство. Кажется, сейчас спешишь в обморок из качели. Ладони покрываются испариной. Про горло и воздух не дают вдохнуть. Боже, Гарри, что ты натворил? Нет, просто нет, Гарри.
Скажи Туннер, боже милосердный, это моя машина. Я утопил свою машину в море. Боюсь, что так. Кажется, перепрыгнув канал, вы утопили мотокарету в море. Как нам ее вытащить, блядь? Никак. Могу ее починить. This motor carriage cost 40,000 real, but in the long run, it still makes. Это катастрофа. У меня нет таких денег. Let's face it. This is a substantial loss to your district's budget. I mean, my station only has four of the vehicles. Может, я гнался за кем-то? За кем? I don't think. Probably. Try definitely. Наверняка. То есть это вот так просто так будет? Удостоверение, пистолет, а теперь это. The lieutenant adjusts his glasses. После этого меня не примут обратно, верно же? Давай, еба! Стась, спасибо большое за 500. Спасибо тебе огромное. Спасибо большущее. Полоска ровная, приятная. Спасибо огромное за поддержку. Охуенная поездка была с ветерком. То есть она так просто там будет? Боюсь, что она так и будет еще много лет. Сами поглядите, кое-какие запчасти еще можно снять, но в целом машина уже утиль. Да, это пиздец. Пойдем посмотрим, что внутри. А я пепси попью. Пепси или кола, ребята? Ебать, удостоверение... Блять, ну там не видно. Удостоверение, ёпта. Дюбуа, Гарри Дюбуа. Мундир капитан РГМ. А ебать, я удостоверение нашел, блять. И жена Рыбаков, церковь. Я нашел свое удостоверение. По крайней мере, что-то хорошее. Вот теперь красиво. Бля, Пинзадов насрал в полоску. Насрал. Пинзадов насрал, навалил. Так. Изучить удостоверение. Покрытое прочным пластиком, синяя карточка, информация водяным знаком в форме карты улиц Западного Риошоля. Детектив алкоголик, капитан раздолбай. И просто бомж. Ты видишь фотографию, имя, звание, номер документа, дату вытащи и... Имя Гарье Дюбуа. А, я Гарье Дюбуа. Смотреть фотографию. Серо-зеленые глаза, подмигивайте с фотографией. Это вот старая, в этом нет сомнений. Насколько старая? Ему 8, а может 10 лет. Парень довольно симпатичный. Аккуратно подстрижен, у него явно отсутствуют огромные баки. И он подмигивает. Почему? А ты как думаешь? Или вы все искажено гримасы, хотя у него выглядит не настолько гротескасное, как у тебя сейчас. Так, окей. Имя Гарье Дюбуа. Гарье? Это полное имя Гарри. То есть вы все-таки Гарри. Эврар был частично прав. Вероятно, многие знают ваше полное имя. Тот сказал ему, вас до этого звали Гарри Дюбуа, к ним не относился. Что за имя такое Гарье? Времен войны, революционные. Так добрые матери называют своих сыновей в смутные времена. Нетлен, боец или Булат. Это должно было защитить тебя. От пуль, голода, шапнели. Да, я буду говорить. Подожди, а если вот Рафаэль Амброзиус Кусто, он типа тоже можно отказаться и остаться Рафаэлем? Или там еще Текила Сансет, или как у него второй там еще вариант имени есть? Там в чате, я помню, писали. Текила Сансет... Значит, Гарье Дюбуа. Звание ЛТН 2ФР. Лейтенант дважды эфрейтор. Почему дважды эфрейтор? Ага. А дважды эфрейтор? Приставка эфрейтор является звание, если человек отклонил повышение. Ваш случай до капитана. Ебать. Отклонил? Your rank above you in your precincts, they can mm-hmm. And sometimes they just prefer the type of police work available to their current rank. In your case, lieutenant. А я думал, мое звание алкаш. Yes. Да, по всей видимости, просто у вас были довольно успешная карьера, и он из этого я делаю вывод, что, возможно, ваша текущая ситуация временна. Я не предам выпивку, она дарит радость. Спасибо, это обнадеживает. Боюсь, бывший алкоголик убивает.
Я не хочу, чтобы мне стало лучше. Я хочу, чтобы мне стало хуже. Спасибо, обнадеживает. Так, ладно. Серия... Это просто серийный номер. Дата выдачи 7 ноября, 50-й год. 4 месяца назад. Ага. Так, ладно. Час 41. Ладно, тут ничего интересного. Ничего интересного. Плюс квестик, ребята, плюс квестик. Я уже могу нормально качнуться, но я оставлю пока что. Бля, он по льду плыл, разъебал машину себе. В лед замерзла бутылка из какого-то алкоголя. Цемелька, привет еще раз. Опечатки подошв на льду ведут прочь с места аварии. Такс. Но лодки. Осталось найти пушку, тебя можно назвать полицейским. Погоди-ка. Что за хижина? Отрывка Call City. Галстук бабочка. А мой обычный галстук что дает? Внутренняя империя. Бля, это просто ужасно. А еще новая форма у меня. Ну, у меня трепет дает, типа это. А это дает визуальный анализ. Бля, не-не-не-не-не, вот это вот лучше. Так, где там рыбацкая деревушка, пиздец? Почему тут такая разруха, ебать? Там какие-то бомжи лежат. Ебать, ребята, блядь, бать, ты как, нормально? Так, подожди, мусорка. Помойка, помойка, это важно. Ух ты, королевство совести. А мои штаны что дают? Самообладание. Пойдет. Да чего же восхитительные обычные штаны? Не слишком тесные, не слишком свободные. Во всех отношениях умеренные. Идеально для посещения какого-нибудь ужина в приличном обществе. Люблю все обычное и нормальное. Да, я-то знаю. Блять, сила воли — это самое уязвимое место его. Окей. Бля, тут еще помойки, ребята. Амфетамины, перепиты. О! Это мы берем. Деньги. Еще деньги там будут. Так, блять, не поддается. Ничего страшного. Сейчас мы как ее вскроем. Еще деньги. Четенько. То, пиздючки. Так, нет, пойдем сначала к старухе. Я это ты из будущего. Не трогай бомжей. Никогда. Не я смей. Я не трогаю их, но я поговорю с ними. Спасибо большое. Я из будущего. Спасибо огромное за... За деньги. Спасибо за деньги. Так, добро пожаловать в Ирбатскую деревню. Пожалуйста, садись поближе, у меня катаракта. Наклониться. О, по лицу пробегает. Добро пожаловать в сервис полиции. У нас никаких проблем нет, и нам нового не нужны. Мы здесь не для того, чтобы... Мы копы, предвестники хаоса. Пиф-паф, ой-ой-ой. А равнять кто будет? Великие уравнители еще не проснулись. Ну, один в чате, но... В самую точку мы полицейским с вами проблемы их решаем. А, ну конечно, последний раз вас видели здесь 12 лет назад. Тогда вы уже приходили решить проблему и решили ее. Но все равно в Мартинезе ваше появление считается дурным предзнамением. Почему мне никто не сказал, что считаюсь дурным предзнамением? Может быть, все боялись? Почему? Потому что дурное предзнамение — это... Но здесь все тебе все равно рады. Ага. К сожалению, здесь не слишком много места для твоей мотокареты, не слишком много домов и людей. Мои дети давно разлетелись, ищут сокровища, как все остальные. Что вас привело? Не видели вы рыжеволосую женщину? Бля, у нее катаракта, ёпта.
Я не видела никого. Ладно, но вы знаете, о ком я говорю. Это маленький город из Шлакоблока. Она уклоняется, она что-то знает. А неужели? Вы ведь что-то знаете, мы здесь, чтобы помочь. Черт возьми, вы же явно что-то скрываете. У меня тут важное дело, а не хер собачий. Понял, Ксилий слушает. Ой, спасибо большое, Самаэлька, спасибо. Вот, выровнял по красоте, старичок. Спасибо большущее, большущее спасибо. Спасибо. Ни хер собачий, я насмотрю тебя своими пораженными катаракты глазами. Собираюсь сделать за тебя твою работу, просто потому, что ты умеешь грязно ругаться. Понимаю. Так. И здесь можно остановиться? Ага. Сколько просите? О! Если не парень гард, мне приходится ему платить каждый день, чтобы просто не околеть на улице. That's exactly how we get here. That's why we built our own synagogue. Дети выросли. The house is long empty. Ё-моё, Маккоин, спасибо большое. Ну вот теперь реально выровнено. Вот так вот. Вот так вот. Спасибо большое, Маккоин. Спасибо за 3000 рублей. Блять. Отставить. Полный хаос. Твердый знак. Бля, какой ужас, Пинзадов. Что ты нахуй наделал? Там было так красиво. Спасибо, ребят, огромные. Ладно, продолжаем. У нас вас новый постоялец. Don't make an old woman regret opening her house to the police. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Бля, ну лучше, бля, лучше в рябу, да лучше у бабки жить, чем, блядь, платить нахуй по $20 в день. Ебать. У нас, бля, я, блядь, бутылки хожу собираю, чтобы выжить. Это мой новый дом? Слушайте, ну нормальная хата, блядь. Ребят, это лучше, чем отель. Нормальный дом. Вполне себе нормец. Половицы скрипят у тебя под ногами. Смотря полицию в этом углу хижины, замечаешь, что одна из них немного выпирает. А ну-ка отодвинуть. Покопаться в песке и опилках. Что же это? Ух ты! Это пуля! Патрон! Нихуя себе! Brisk coastal wind still howls against the window of the shack. Occasionally, the room feels muffled. Такое чувство, будто ты натянул шапку на уши, и все звуки в комнате стали приглушенными. Снаружи холодно и ветрено, но ты... Так, тебе спокойно и хорошо. Чем это место станет для тебя? Новым пристанищем, где я смогу тихонько сидеть, пить и умирать. Передовой базой для береговой части операции. Оно бесплатно, мне этого достаточно, я хочу здесь поселиться. Местом для содержания подозреваемого, вот чем. Похоже, это мой новый дом. Интересно, куда делся, подевается старый? На востоке, на той стороне канала возвращается танц трепе. Дверь номер один, на втором этаже заперта. За ней скрывается разгромленный номер. Этажом ниже за стойкой разложился нервный управляющий. В одной из крошечных хижин рыбацкой деревеньки тихо напевает затейливая печурка, даря ощущение уютного тепла. На столе стоят таз для умывания, в воде отражается мрачное лицо мира. Где-то далеко на углу Perdition и Main стоит ничем не примечательное здание, скрытое пеленой тумана, пустое, забытое, как и его жилец. Здесь, конечно, довольно уютно. С кем ты говоришь? Здесь никого нет. Благодарю тебя, странное ощущение, за присутственную оценку текущей ситуации. Ветер снова усилился, волны снова начали биться о сваи, как будто мысли от твоей головы озвучат уже голос. Ревашоль навсегда. Блять, такое ощущение, как будто здесь девка была, это нет? Пора побриться, сбрить эти бакенбарды. Да, да, еще раз да, блять. Да, 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 бля, никаких нахуй, никакой растительности. Не лапай, 100-500.
Плюс 100-500, ребят, на полоске. Спасибо, большущие Макоин, спасибо. Спасибо. Кто-то зарплату получил, да? Да, да, пацаны, да, я хочу поверить, я хочу посмотреть. Я хочу проверить. Опа! Поборники хаоса в атаку. Бля, ну что, ребята, вы сломали снова. Гардеран. Словно художник с кистью или мастер фехтования, ты ловко орудуешь зеркальцем, бритвой с мыльной пеной, чтобы истребить все неухоженные волосы у себя под носом. Острое лезвие с царапающим звуком скользит по твоей коже, там, где была борода. Кожа кажется нежнее, воздух заметно охладит ее. Потрогай гладко выбритые щеки. Бля, он лучше, он теперь не выглядит как бич. Он выглядит просто как алкаш, но не как бомж. Они такие удивительно мягкие, тебя охватывает чувство свежести. Правильно ли было бриться? Ты выглядишь моложе. Бля, ребят, ну это намного лучше. Нет, это намного лучше, это намного лучше. А как гримасу алкаша убрать еще, бля? Перестать бухать, что ли? Блять. Попытаться остановить процесс формирования гримасы. 92%. Бля, ну это легко, это изи, ёпта. Сейчас. Сейчас только засейвлю. 92%, ну с первого раза. Тебе будто надрывается что-то нервное окончание, но не то мысль, не то какая-то боль, и вдруг из зеркала смотрит лицо без похотливой ухмылки, бог знает сколько его корёживший. И бац! И оборвалась задержанная шутка, в которую превратилась твоя жизнь. Теперь на тебя смотрит унылый старик. Бля. Ну теперь он какой-то прям... Ну не страшный, блять, а... Это моя новая кровать, кстати. Теперь он какой-то... Ну, он хмурый очень такой, знаешь, прям. Он хмурый. Ну-ка, блять. Надо заметить тут изменения. Yes. И это самое, я побрился. Yes. Да. Не знаю, что сказать. Может, скажи мне правду. Что они прикрывали? Повреждения. Ладно. Так, бабуся, блядь, спасибо большое. Так, ну я хочу ее расколоть, чуваки. Это, блядь, странно. Почему под полой с вашей хижины была спрятана пуля? Ага. Пуля? Так. Вы сдали ей комнату? Да. Попалась, сучка, попалась за ногу. Когда это было? Она вернулась в прошлую пятницу и шла в понедельник. Ага. Она ушла в понедельник. Комната осталась нетронутой после ухода. Нашли там что-нибудь? Нет. Это говорит правду. Какая она, эта Руби? Приятная собеседница. В моем возрасте поговорить-то толком не с кем, так что... Я в ней очень это ценю. Она молчала. О чем вы? Она старалась не подать вида, но было ясно, что она порыбачить сюда пришла. Что не порыбачить? Обычно она любит позабраться в тюдочку, но в этот раз почти все время сидел в комнате. Если слети, то слети без копеек. Спасибо большое. Спасибо, Макоя. На чё, блин? Мозг надо напрягать, да, чтобы высчитать? Здорово, керамик. Как думаете, почему она оставила пулю там? Не знаю. Я слышал, что она была агрессивна. Нет. Ее нельзя было назвать алкашкой, она даже время от времени предлагала с ней выпить, говорила так приятно, так принято у дальнобойщиков, никогда не видела ее. Было ли у нее что-то с собой? Так, куда она направилась? Я не знаю. Ясно. Пойдем тогда вверх по берегу. Блин, я очень надеюсь, что она прячется в этой деревне. Да-да. What more do? Yes. Let's hear those other questions.
ББ, так, подождите. Руби ушла из деревни и отправилась всех по побережью. Так, где эти пиздючки? Может, что-то видели? Тут что? Мы давно, кстати, не курили. Блять. Ой. Пинзадов насрал опять. Спасибо за, за насрано. Такс. Лохман мальчишка подает такой камень. На вид пацану не больше 5 лет. Второй выглядит точной копией брата. Ребят, не видели вообще с каких-нибудь плохих людей? Каких плохих людей? я не думаю, что мы далеко продвинемся. Вас прям не отличить. Я пока не знаю, Вольтик, я пока там толком не жил тебя, поэтому не могу сказать. Да, это я и сказал. Вы не умеете общаться с детьми. Да, так и есть. Где ваша мама? Ладно, не балуйтесь, детям похуй. Почему искусство тебя так вдохновляет? Вдохновлять-то вдохновляет. Да что это вообще такое искусство? Не, искусство для высокомерных балаболов. Почему мы вообще об этом говорим? Похуй. Как игра тебе? Кайфовая. Но для стрима такая, типа. Тяжеловатая, на самом деле. Но кайфовая. Здесь тепло и уютно, не то, что снаружи. Чучело... О, блядь, нихрена сколько это стоит. Это в ломбардик пойдет. Hello, mister. Здравствуйте. Она крепко сжимает в руках мягкую игрушку, раскачивая время трения. Я слышала, где-то здесь живет девочка, у которой есть перчатки брынет. А ты? У меня есть перчатки очень большие и тяжелые. Откуда у тебя эти перчатки? Нашла, когда мы с барашкой играли в прятки. В пустом доме, где никто не живет. Думаю, что их там спрятал кто-то. Девочка не хочет, чтобы ты подумал, что она их украла. И где эти перчатки сейчас? Я их спрятала. Близнецы хотели их забрать, дураки. Нам нужны эти перчатки по вашему полицейскому делу. Они очень осторожно и четко произносят последние два слова. Позади нашего дома в песке можно сломать замок, но он не очень получился. Знаешь кого-нибудь по имени Руби? Ага. Мама мне говорит, что я же большая. Не сретишь, я пока зайду и схожу. Не срать. Маккоин запрещает. Маккоин, спасибо большое. Приятного аппетита заранее. Kids. Дети. Где твои родители? Ха, мама на улице, про папу я точно не знаю. Твои братья-близнецы? Ага. Они одинаковые. Они выглядят идентично, правда? Я тоже самое сказал. Что это? Показать кучу псих, которые ты снял с потолка. Это рябчик? Могу я его забрать? Sure. Конечно. I mean, you already took it. Блядь, слава богу. Like чуваки, я не крал. Я ничего не крал, блядь. Я спросил, могу ли я его забрать? Она говорит, ну да, но ты его уже взял. Что у тебя в руках? Это барашка, мой друг. Барашка, мягкая игрушка в виде ягненка. Барашка мягкий на вид. Yes. Да. Прижаться щекой к барашке. Срать копейками. Бля, Гардеран, спасибо. Срать копейками. До свидания. Бай. Бай. Бай-бай. Бай-бай. Слушай, ну милая девочка на самом деле. Так, чуваки, где-то на заднем дворе. Вот оно, вот оно, вот оно. В песке. Перчи, 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 перчи. Все сломано. Вы про замок? Давай. Поздравляю. Бля, ну фулл сет я не смогу собрать, ведь правильно? Техника плюс 2. Бля, нахуя мне эта броня ебучая? Я должен выглядеть как бич, типа.
Ну, типа, да. Вот и я проебал. Ну, я... Я их могу продать, типа, да? Они дорого стоят. Я их точно могу продать. И выручить баблище. Так, дальше. Буй. Буй на побережье. Колесо, блядь, от машины, что? Не желаю опускать тревожность в своих объятий, зима снова всплывет мокрым снегом. Осмотреться. Сон навали снег, покрывая без того бледный прибрежный песок, смешиваясь с ржачной сточных вод. Надо же, а ведь казалось, что уже весна. Что я чувствую? Одежда и головной убор тебя согревают. Одеваешься как опытный путешественник. Ты с комфортом разглядываешь побелевший пейзаж. Что на западе? Заброшенные здания вдоль извилистой линии побережья. Соленые волны лежат темные. Сваи дряхлящих пристаней. Забытые серо-красные жилые массивы. Все это осталось от дореволюционных подтуг. Как-то благорит берег? Дальше воды чернеют, там Коул-Сити. Воды чернеют, там Коул-Сити. Город, стремительно выросший в тени Сен-Мартена. В те времена, когда Ревашолю требовалась энергия угля из бесчисленных шахт окрест. Но все изменилось. Так, что там? Под старыми шахтами Лос-Сер-Муниципаль. Подземное кладбище Ревашоля. По его переходам отважно прибираются крысята. Надеюсь попасть в Лерием. Крысята. Лерием. Где погребены филиппийские короли с их лекарями и полководцами. Мавзолей и гробницы, остаток позолота на двойных утренних ногах. Крысята. Дети до 14. Они спускаются под землю добывать артефакты на продажу зарубежным музеям. И легендарные сокровища родители разрешают. Они глубже и глубже, глубже. За рубинами, мельхиором и лазуритом из сафра и соли, разграблены в период сюзеренита. Гробницы королей Филиппа Великого Старого, Гийома Второго, даже в мавзолее Филиппа Зажиточного. Да и карный бабай, это в последний раз, дальше сами убирайте. Спасибо, Макоин, большущее. Все, ребят, оставим это так, оно выглядит отлично. Выглядит замечательно. Первая сотня, ребят, кстати, спасибо вам большое. Первая сотка от новой полоски. Первый рубеж, 10%. Благодарю, гайс, благодарю. Благодарю. Лучшие ребята. Спасибо за поддержку. Так, мы едем дальше, друзья. Мы едем дальше. Двигаемся дальше. Такс. В 2 километрах под землей стенки извилистой шахты, увешанные зеркалами, чтобы дневной свет вовек не переставал зарять богатейшего из королей. В мавзолее хранятся баснословные запасы золота. Это самый особенный, чистейший пурпурный кокаин. Ну, сука, кто-то сломал. Да, но я не могу это. Бля, ну пинзадов, ну ёбаный в рот. Ёбаный в рот. Бля, можно ведь выравнивать полоску одним рублем, типа вот так. Ну знаешь, ну там не рублем, а 10 рублями. Ну чтобы это было просто красиво. Вот и ровно. Спасибо, пинзадов. Так, смахнусь сейчас снег. Не все крысята возвращаются из шахт, и лишь немногие находят то, что искали. Из темноты тоннеля выходит маленькая девочка, ее карман набит серебряными побрякушками. Где Руби? Неподалеку. Она молится, хотя не верует. Мозу гудит. Что на востоке? Канал, через который ты сюда попал. За ним сам Мартинес, район, где стражи порядка ничего не стрессуют. Смех, огни, попытки предпринимать действия, цинизм. Кто-то отскребает снег с лобового стекла в центре кругового перекрестка, памятник Филиппу Третьему. К нему слетается экскурсия младших школьников и оседлая птица по зиме. И все? Как и всякий памятник, он служит еще и предостережением. На фигуру короля расточителя отбрасывает длинную тень шестиэтажной руины, что на южной стороне перекрестка. А дальше? Огороженный двор. У ворот припаркован грузовик транспортной компании. От капота отражается яркий свет, льющий здание за оградой. Угу. Что на севере? Заброшенная церковь. Угу. Пинзадов, баля, ксили пиздишь. Спасибо, Самуэль, ксили пиздишь. Дальше озон. Бля, ебать, даже здесь есть озон, чуваки. Залив Ревашоля, простор глубина аж до 1200 метров, а дай воздух солонее, чем здесь, воды исчерканы огромными грузовыми судами, с логотипами компаний. Бля, все, заебало.
Идем, идем, идем. Меня, блядь, уже заебывает эта мысль. Так, о, сундучок. Что тут у нас? О, деньги, чуваки, деньги. Отверстие в бетоне. Что это, канализация? Быстрое перемещение. Это церковь. А это что такое? Да-да, это я. Бля! Ну, спасибо за 116. Металлический автомат под желтым пластиком козырьком. Если это мелочь, можно кому-нибудь позвонить. Поднять трубку. Я отсюда могу звонить? Пьер, это ты? Да-да, это я, Пьер. Это нехорошо. Her voice is drowned in white noise. Sounds like waves washing a beach, growing in volume until the call suddenly. Бля, это просто случайный номер. Это случайный номер, ничем не примечательный. Это старая церковь, правильно? Не, подожди. Звони пару раз, таща. Someone has left an unidentifiable article of clothing on this railing. Непонятно, тряпка из масла птичьим дерьмом. Please tell me you're not taking that with you. Это может оказаться соль, почему? It's a guano encrusted jacket, and you're already carrying around enough. Пензадов, это твои налоги. Остановись, ксыли пиздишь. Блять, как она так говорит. Ксыли пиздишь, прям, знаешь, так с наездом. Ой, спасибо, Самаэль. Ладно, ща пойдем, позвоним, ща позвоним, 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 позвоним. Позвони, позвони, позвони. Блядь, где мой ствол, нахуй? Я просто не понимаю, где ствол, блядь? Я думаю, что он у Руби, кстати, почему-то. Я, блядь, уверен. Ё-моё. Ё-моё. Вот это насрано. Разошлись, блин, не срать. Стась, спасибо большое за 9383 рубля 88 копеек. Я думаю, что ты хотела подравнять, но... Кто-то по никнейму Самаэль опередил тебя чуть быстрее на 38388. Ой, вот это, конечно, да. Стась, спасибо тебе большущее. Спасибо тебе огромное. Огромное спасибо за поддержку. Огромное. Я не я, жопа не моя. Бля, Пинзадов. А слабо так же, как Стась насрать, а? Ой, ладно, шучу, ребят. Ладно, играем. Спасибо огромное, Стась. Спасибо тебе большое. Бля, вот это реально. Пришла с Ютуба. Оказалась прям жесткой шейшей. Да, спасибо, Стась, огромное. Все, ладно, играем, ребят. Алло, Жерар слушает. Привет, Жерар. Привет, Жерар, позови к телефону свою жену, пожалуйста. Кто это? Не, это не важно. Позови ее к телефону и не заставляй меня ждать. Это Пьер, позвони ее. Так, подожди. Ты че, бля, себя замил, чтобы так со мной разговаривать? Это чувак, который трахает твою жену, Жерар. А теперь позови ее к телефону. Не испытывай моего терпения. Да объясните, что происходит. Биан, подойди. Звуки два различины. Можно расслышать двоих, мужчин и женщин. Биан, они разговаривают на пышных тонах. Слышны шаги, может детские? Сквозь завывание в трубке можно слышать женский голос. Сильным саморизким акцентом. Жерар, Жерар, это просто шутка, кто-то просто шутит. Снова раздаются крики. Мужчина совершенно точно несколько раз сказал бля, а потом помехи становятся оглушающие громкие, будто бьются о скалы. Ёбаный в рот. Раздается приглушенный стук, падает какая-то мебель. Блять! Блять, да это шутка! Ебать, сторож, спасибо большое за ресап. Блять!
hits the phone with a loud crack of plastic. What the hell are you? Какого чёрта вы творите, лейтенант? Ебать! Блять, что он наделал? Ты прав, Ким, вы же ужасный стол мне этого делать. Right, you shouldn't. Let's just go. I've had enough of this phone booth. You pick up the handset. There's a tone. The machine, the lieutenant shrugs apathetically, then walks a little distance away. Ё-моё, Маккоин, спасибо тебе огромное, дружище, ещё. Ой-ой-ой, ребятки, ребятки, спасибо большущие. Ладно, так и быть, уберу копейки. Ой-ой-ой, спасибо огромное. Блин, надо... Стася метит в новое, кстати, в новое число випов. Только пришла. Вот это я понимаю. Яркая звезда, блин, яркая. Так. Звоним еще. Calling. Still. Stop calling me, man. Кстати, извини, чувак. I'll get you your money, alright? Достану эти денег, дай мне дрель для вечера. Ебать, да, но планы слегка изменились. Их нужно доставить в танце в трепе в Мартинезе. Тед, я... Эй, ты не Тед, пошел к черту, не звони сюда больше. Сука. Да все еще, последний разочек. Пинзадов, блядь, спасибо. Взял, опять насрал. Я устал. Я тоже устал. Если бы можно было писать хотя бы месяц, у меня бы мозг восстановился. Гребный либерализм. Seems like it did not have time to... Lucky you. The call went too fast for the payphone to register. You can still make a new one without me. Close your eyes and feel your finger move on the rotary dial. The area code for Revachol Zone followed by 7 digits at random. Still calling. Still, time keeps passing. What were you trying to achieve by closing your eyes? Home is own heart. А все? Я не смогу, да, набрать больше? Блин, ребята, печалька. Ладно, пошли дальше, а то, блядь, телефонные пранки, конечно, это да. Прокачай технику, так... А, и потом можно еще раз будет, да? Надень перчатки. А, точняк, кстати, точняк. О, коняшка, привет. Привет. Здорово. Здорово. Доброго стрима. Привет, привет, старичок, привет. Спасибо большое за 300, здорово. Куртку забери. Это ж тряпка ебаная. Грязная куртка. Ну ладно, она в говне, блядь. А чё она дает? А где она, кстати? Подожди. А ее даже... As you hold it in your hands, it блин, как это что такое состояние? It's a sordid, filthy tale. Not for the... Some secrets are better left uncovered. Задуматься. Ты понимаешь, что держишь не саму куртку, а скорее толстый слой неприкаянной жизни и птичьего дерьма, который покрывает. Из чего сделан этот слой? Фу-фу-фу-фу-фу. Может вытереть руки от штаны? Фу-фу-фу. Блядь, заебало. Заебало. Страдать, блядь. Так, подожди, тут надо поработать с этой штукой. Открытка. Открыточка. Там денежки лежит, кстати. Денежки лежит. Денечки забираем. Денечки, давай. 0,66, блядь. Насрано. Мегаботан. О, супермейкер подровнял. Лучший мэн, спасибо большое. Во, по красоте, старичок. Вот это красиво. Иди дальше налево, иду. Не перестаю идти. Большая конечность из-под вина, открытая и пустая. Ебать, что за мужичок? С тобой все ок, бро? Запах отродить знакомый.
Что? Это разве не просто не надо? Погоди, это отвратительно. Спокойно, не реагируй, дыши. Что? Так пахнет только смерть. У тебя в животе поднимается голос, что-то холодное, это страх. Вонь гниющего мяса. Что это за запах? Тут что-то не так. Ну конечно не так, блядь, тут чел, блядь, умирает. О, на мостике кто-то лежит, ноги и руки согнуты, шея вывернута под неестественным углом. Рядом валяется пустая бутылка из-под спиртного, в руках зажатая обертка жевательной резинки. Да, ну перестаньте. А, блин, Пинзадов, Сирун, а? Здорово, Симбич, привет. Его левая нога провалилась между досок настила, за ней вся нижняя часть тела, которая сложилась, будто жалкая тряпичная кукла. Этот запах, конечно, еще не труп двух недель давности, но, как говорится, дайте только время. Мертвец на душе пялится на него выпученными глазами. Цианоз едва проявляется. Этот человек, кем бы он ни был, умер не более двух дней назад. Что нужно выяснить, что случилось. Еще один труп. Соберись. Ебать. Одежду осмотрим. Измазанные грязью ботинки, бежевые брюки, старая коричневая кожаная куртка с ярко-голубой подкладкой. На груди пятна от соуса для шаурмы. Кожаная куртка сидит отлично. Видимо, решили на заказ. Бля, ее снять. В карманах нашли семечки, вымывшие дождя читательский билет, сложенный пополам. Куртка ощутимо потяжелела от влаги. Самого мертвеца изучим. Он провалился в дыру в настиле и приземлился головой на металлическую скамью. На черных волосах запеклась кровь. Одна нога так и застряла в дыре. Упасть таким образом мог только человек в очень нетрезвом состоянии. 40 грамм чистого спирта, 3 бутылки вина или 1,5 бутылки крепкого алкоголя. Смотреть лицо. В лицо выглядит хмурым, как море за спиной. На усах блестят капельки воды, пустые широко распахнутые глаза пугают своей неподвижностью. Рост 170-175, кудрявые волосы, крепкое телосложение. Возраст примерно 50-60 лет. Обстановка. На медицинской скамье под головой мертвеца видна засохшая кровь. Настил рядом с дырой прогнивший влажный скользкий. Рядом валяется пустая бутылка. В уголке трупа крепко сжата обертка жевательной резинки. Так, смотреть голову. Высохшая кровь покрывает волосы на затылке. И здесь была открытая рана, на ощупь липкая и холодная. Я не вижу каких серьезных изменений, а вы? Сложно сказать. Похоже, травма головы и стала причиной смерти. Встать на настил. Настил пронзительный зловещий скрипит. Возможно, он проломился под вес погибшего, трудно сказать. Выглядит очень прочным. Внизу беснуются волны, что-то трещит под ногами. Бутылку посмотрим. Водка Тулула. 0,75, ебать. Крышка отсутствует, бутылка практически пустая. Талка, блять. Знаете, талка есть. Куртку дай бабке постирать, я так и сделаю. Нет, я сказал. Выравниваем. Битва великих Сирунов и великих уравнителей. Вот же она, ребята. Вот же она. Вот она, эта битва. Средняя ценовая категория с нотками ментола. Человеку хотелось хорошо провести время. Тара, куда ни глянь. Осмотреть обертку жевательной резинки. Мятная жвачка. Рубовский. На этикетке изображены зеленые листья. Рот мерца приоткрыт и жутся перед нападением. Заглянуть внутрь. Темнота смерти. Смрад. Кажется, может взлететь белую жевательную резинку. Он всю пачку сжевал, чтобы слить запах сладкоря перед возвращением домой. Самое ужасное, что я же видел такое. Отступить. Интересно, кто он такой? Похоже, что местный. Чтобы оказаться здесь, нужно точно знать, куда идешь. Сюда не запретают просто так. Да. Хорош, ребята, хорош. Спасибо большое. Нет, просто предположение, вы что думаете? По крайней мере, он знает толк в веселье. Да ёбаный в рот! Давайте договоримся. Полчаса равно, полчаса хаос, а? 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 Ты собака, я собака. Пинзадов, ты же понимаешь, что великие уравнители никогда не подпишут мир с великими Сирунами. Это бесконечная война. Бесконечная война. Мы стали свидетелями гибели великого тусовщика. Кожаная куртка, пустая бутылка водки, посылать кончики пальцев. По мне, так это просто очередной старый забулдыга. Обручальное кольцо. Кольцо врезалось в сероватую распушую плоть. Два правила! Не мусорить! Не срать! Когда-нибудь у засирателей закончатся деньги. Что, по-твоему, произошло? Несчастный случай с мизерным исходом. Конус, спасибо за мемы. Поскользнулся и провалился. Очень удачное течение обстоятельств.
Это может быть связано с линчеванием с Руби? Нет, я не вижу никакой связи. Да, но то, что если в городе орудуют убийцы, две подозрительные смерти за такой короткий период времени. А может, мы имеем дело с серийным убийцей? Серийной убийцей? Между двумя этими смертями нет никакой связи. Это совершенно другое дело. Несчастный случай. Кто-то мог намеренно толкнуть его. Это возможно, но... Думаешь, он был пьян? Может, алкогольное отравление отказало печень? А как же шаурма? А что с ней? Кто должен ответить за настил, это небезопасно. Так, подведем итоги. Похоже на еще не причастность. Что нам с ним делать? Ребят, беремся за это дело, или пускай наши копы расследуют? А то там еще приехали. Что значит осмотр? Ладно, беремся. Труп на пирсе, ёпта. Труп на пирсе. Позвоните в участок, включите трупе. Изучите читательский билет, который нашли на трупе. Не, полчаса никаких не будет, только одно. Капитуляция, говорит Супермейкер, и выравнивает полоску дальше. Спасибо большущее. Читательский билет. Загнать внутрь. Радио Тлерер, не загораживай мне солнце. Последний в списке, блестящая кривая. Перевернуть. Спину лучше выровни, или пиздишь. Кстати, база, ребята. Спинку ровно держим. Да? Это база. Ходит тяжело. Так. Нужно позвонить им из Кинемы. Возможно, мы сможем выяснить что-нибудь. Так, надо позвонить. Телефон есть там, ребята. Так, в мусорке, в помойке что? Смотри, сигаретную пачку. Так, Тара. Клубничный ликер Ливис. Упаковка из-под шурмы. Шиш кебаб превошёль. Окей. Приятный аромат брожения. Это да, блин. Это да, блин. Такс. Пойдем попробуем позвонить. Так, а тут что? Вот, телефон. Бля, надо технику прокачать. Я тогда смогу, да, если я прокачаю технику? Тогда смогу немножко что-то сделать. Надень перчатки. Сейчас я проверю, могу? Да, могу. 72%. Я еще одену перчатки и вообще, бля, изи все сделаю. Супермейкер выровнял. Спасибо большое, супер, спасибо. Сейчас 100% будет, нахуй. Сжимаешь руку в кулак, понимаешь, что можешь одним ударом отправить кого угодно в нокаут. Like dice rolling somewhere far away, as the plates reorient to your motions. Щеголяю броня будущего, как положено копу. The hardened vitreous enamel. You really do feel more confident. Так еще два осталось. Two. Тогда мы пойдем через тернистый путь. О, бля, о, пацаны, ебать, зеркалка. Вот это красиво, кстати. 116-611-11. Бля, звучит как пиздатый телефонный номер. Здорово, Гороу, привет, привет, Лагис, здорово, ребята, здорово. Привет, привет, ребятки. Привяу, 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 какао, привяу. Такс. The 92%, ёпта, я должен справиться?
Блин, Маккоин, капец, мемов купил много. Спасибо большое, дружище, за мемесы. Благодарю. Ты закрываешь глаза, кладешь палец в диск, набираешь одну цифру, затем крутишь диск в обратном направлении, повторяешь это движение дважды. Минутку, что я только что сделал? Ты набрал 001, это код Неревошольский. Ты идешь куда-то далеко на другую золу. Продолжить набор. 41, 44, 47. Телефонный диск, холдинг. Так, продолжить набор. 1-1-1-7-3-6-1. Ты берешь пальцами как... Так. Да, 4-5-1-6-7-4. Ты заходишь все дальше, дальше на здесь... Территорию закончить. Ты звонишь очень далеко, в ушах плещет странный океан белого шума. Звенит голосок маленькой птички, звук похож на то, что слышишь при местных звонках. Нет, это тихий звон, набор номера. Звонок в ночь. Грустно и страшно, с каждым звонком твой пульс ощущается. Набор номера все еще идет. Телефон звонит на при... кроватном столике в темной просторной квартире с витыми окнами. Ты знаешь это наверняка. Трубка понемногу ускользает в твоей холодной ладони. Дышать у нас тяжело. Бля. Ким? Лейтенант стоит слишком далеко, чтобы услышать твой короткий слип. Пускай звонит дальше. Алло? Ее голос звучит странно, сонно. Я хочу умереть, блядь. Я ультра-высокообеспеченное лицо. Я понимаю, как устроен этот мир и вижу его насквозь. Мой разум ясен. У тебя красивый голос. No, no. Нет. It's you, isn't it? Алло. Кто это? Ответить то же самое. Кто это? Дора? Ебать, мы Дори набрали, чуваки. До станции пока, ребята. Станция будет где-то в 9 вечера по Москве, ребята. 9 МСК. Приглушенный скрип кровати, рядом с ней кто-то ворочается. Кто это там? Ответа нет. Ты слышишь мужской голос на же плане. Блять. Я ультраобеспеченный. Ты не высокообеспеченный лицо, Гарри, ты пьян. Я не пьян, блять. Ау. Ты знаешь, который час? Развлечься, нет желания. Я хочу поговорить о себе. Кто я? Кажется, ты меня знаешь. Блять. Плохо дело, брав руку, которую держишь телефон, начинает сводить. Где ты? Я в Мирове, я сплю. Сердце болит. Куда тебе нужно через 2 часа? На работу. Куда? В академию. Работаю, я там работаю. Ларк, спасибо большое, дружище. Спасибо. Тир 1 подписчика, 19 месяц. Благодарю, дружище. Благодарю. Бля, Ларкич, надо поднять стрик, братан. Надо поднять тир. Мне нужно в эту партнерскую программу попасть. На следующий месяц жду от тебя больше тир. Надо, старичок, надо. Надо, слоняра. 5-й вариант, я молю. Подожди, мне интересно. Мне интересно. Да встаньте, братья и сестры, уравнители мои. Встанем на защиту красоты уравнения. Не подпустим пинзадочек числам донатным. Спасибо, супермейкер. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Сейчас сделаю. Давай, блядь, старичочек. Сразу плюс 6. Плюс 6 на полосочку там в расширенную программу. В академии ты устроился лучше, чем я. Блядь! Рядом с тобой кто-то есть? Да. Я законный детектив. Все это уже не имеет значения. Гарри. Бля, это ужасный разговор, блять. Шизофрения. Сейчас сихилки подарю. Я куплю новое, я насобирал денег. А я туточки, а ты тамочки, а я туточки, ты собака, а я нет. Ужасно, ребят, ужасно. Ужасная война. Бля, надо было сделать 117, типа, 117. Бля, нахуй ты побрился? Нормально, хоть на человека стал похож. Я не могу позвонить отсюда в библиотеку, кстати. Самая бесполезная радхилок и денег. Ну, бля, там денег по 0,7, по 0,10. Хижина. А, это церковь. Это церковь, чуваки. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut. Nothing happens.
Only the sound of the... I don't think that's going... Do you think our suspect is hiding inside? Надо проверить. Высоко наверху ветер стремительно набрасывается на церковь, огромная треугольная крыша, словно клин, рассекает поток холодного и влажного воздуха, пришедший с океанского залива. По обеим сторонам крыши задувает, как в аэродинамической трубе. Это длится уже 340 лет. Ветер держится на настроении, тебе стоило бы. Что это за чувство? В моем сердце дыра. Я слышу Руби, блять, я слышу ее. Я все это время слышу Руби. Изучит взор. Резной узор на двери состоит из угловатых элементов, как сама церковь. Сверху проходят два больших луча, которые сужаются к низу и совсем пропадают, не достигнув порога. Провести рукой по лучу. Поверхность гладкая и стертая ветром, однако влажная на ощупь. Просто изумительно. 300 тонн сосны, собранные в единую конструкцию, очень старую, вырубленную, украшенную разным узором много столетий назад. Так, смотреть замок внимательнее. Он дешевый. Наклейка. Первый раз вижу символ. Видел этот символ раньше? Нет. Что это потом похоже? Давай. Забирай наклейку себе. Наклейте ее в журнал, следом, там ей место. Смотреть скобу. А нельзя сделать бредик из-за того, что мне дарили, я не могу активировать третьего уровня. Ебать. Кого? Там как-то надо переходить, я, если честно, сам не шарю, Ларк. Ну как-то надо. Мы в диско еще долго, до 9 вечера. Мы в 9 собираем прайм. Смотреть скобу. Ладно, хуйня. Если вы считаете, что нам, например, нужно попасть внутрь, придется найти другой способ. Может, начнем с поиска бочки, от которой по льду расходится вибрация? Да. Но вообще... Сент-Брюн... Вообще... Я даже не знаю. На побережье, блять, а куда ж мне надо идти? Подожди. Это что такое? Должно быть потребовать немало... Так, это кто? А вот это побережье, нет? Лохматая девчушка лет 18. Стоит колени на льду и держит в руках какое-то электронное устройство. Слышит твое приближение и поднимает взгляд. Здрасте. Здесь собак, он ли ты, Пинзадов? РП действия. Кидает карточку на обратку. Бля, это война выравнителей, ребята. Ребята, послушайте, вашей войной вы убиваете полоску, типа, остановитесь. Блять, я случайно кликнул. Цифры, уравнители, что они значат? Я не знаю. Наркотики делают тебя беспричинным холодом, дитя на улице мороз, почему ты без шапки? Я сказал, тебе надо не помешал бы найти шапку. Тебе тоже, так я в шапке. Лично я вообще никому не должен. Мне тоже, но у меня есть указательный уголовный убор. О, я не заметила. Это удобно. Тебе тоже наша шапка, ты планируешь даст осознанную погоду. Ну да, точно. Слушай, да нахуй шапку. Бля, два авторитет. Нахуй, я прокачаю авторитет. Где он? Я не могу прокачать авторитет. Я не могу прокачать авторитет. Авторитет. Он лох! Зачем так грубо? Здесь и появится жужжащая девушка? Нет. Остановитесь. Нет, и все? Жизнь одна. Другой не будет. Назад пути нет. Когда-то давно я начинал чинить полоску. Не думал, что это перейдет в войну. Это база. Это база. Это база. Длинные тени, так. Что это за устройство? Ладно, похуй. Поебать на нее, нужно искать рыжую. Бля, чуваки, рыжие девушки красивые? Как вы считаете, вот он вам нравится рыжули? Это даже не палатка, а просто кусок брезента.
Камон, залезай, давай. Я залезаю. You go ahead. I'm sure you will feel right at home. Бля, мне тоже они кажутся охуеть какими красивыми и загадочными. Их настолько мало, и да. Ебать, я на рейве, блять. Где я? Похоже, ты конечно с водой подписано дистиллированное. И видишь паренька, который обесценивает кончики волос зубной щеткой. Он кладывает щетку и протягивает руку в знак приветствия. Пожать руку. Крепкую руку пожать, ладно, теплое, влажное от пота. Он пытается продемонстрировать доверие и вызвать его у тебя. Это моя компашка, Ноик. Молодой человек с серьгами в ушах, подозрением смотрит на тебя. И, эй, камон. Камон! Кричит тот из магнитофона, что парень держится высоко над головой, продолжает греметь странная музыка. Ладно, поиграл я и хватит на сегодня, говорит Супермейкер и выравнивает в последний раз. Концерт кишлака тут. Мы с Асель Брежа, который сейчас снаружи проводит какие-то серьезные прогрессивные эксперименты со звуком, предпочитаем называть себя организаторами музыкальных мероприятий. Погоди-ка, и сколько на вашем счету организованных музыкальных мероприятий? Мы прямо сейчас работаем над несколькими. Что вы здесь делаете? Видите ли, мы исходили весь северный Джим-Рок в поисках объекта недвижимости, в котором можно было бы организовать новое мероприятие. И в поисках талантов. Да, спасибо, Эйкамон. Так. Будем смотреть в следующий раз. Лады, начальник. И это приводит нас к проблеме с захваченной церковью собственности. Вы наверняка заметили этот заброшенный притон на Камайне побережье. Ну-ну, последний. Игорь Дран сломал снова. Наркотическая мания. Ты задумчиво киваешь. Давай, Кусыч. Я про церковь. Я совершенно серьезен. Торчки. Укурки. К сожалению, так и есть. Очень жаль, ведь мы как раз собирались нанести Мартинес на карту, открыть здесь самый безбашенный ночной клуб в Джамроке. Да чего уж, во всем Ривашоле. Да чего уж, во всем мире. Этим самым... Ладно, короче, бля, у чуваков, да. Ну, не знаю, сам свой рот торчок. Падлу. Не сейчас, бро. Не, ладно, все, ББ. А подожди, ладно, спрошу про девку. Это вы повесили замок на дверь? Мне нужен ключ. Don't you just want to see what's in there? Brilliant! Noid, the key! All right. You sense the trajectory of the little piece of metal. Так, поймали ключ. Key hits your palm. The speed freaks not. Погрелся в лучах славы. With ribcage shaped. The word august used as an adjective. That's how cool. И долго эти люди там сидят заперти? Not long. Макоин лучший. Спасибо большое. Блять! А я лобный рау от... Не мусорить, не срать! Ебать, Макоин выровнял, и Пинзадов в ту же секунду, блять! В ту же секунду насрал нахуй, как только было вытянуто, блять. Там только швабра только прошлась, и сразу, блять, полетело дерьмо. Сразу, моментально срать вечно. В ту же секунду. Я запрещаю вам срать. Я запрещаю вам срать. Так, ладно, пошлите, пацаны. Тут какая-то странная история, блять. Я отменил подарочную и могу сделать третью руку, пока походу ждать. Да ладно, ничего страшного, Ларк. Next time. Привет, если бы я увидела, что мой муж занимается тем, чем занимаешься ты, я бы его бросила, задумала. Задумайся. Привет. А чем я занимаюсь? Ну, если честно, типа... Знаешь, давай я скажу так, мнение человека на экране, которого я даже не знаю, ну, в принципе, блять, вот. Знаешь, бля, мне нужен Кону, вот, точнее, Куно. Бля, я сейчас тебе покажу, раз я играю в Disco Elysium.
То есть, если... если говорить в тезис этой игры, то твое мнение примерно для меня сейчас вот так вот. Ну вот, абсолютно. Да, если бы ты знала, как мне похуй, ты бы расплакалась, моя дорогая, блядь. Ты бы просто расплакалась. Но, увы. Идем. Заходим в церковь. Ебать. А тут довольно грациозно. Бля, у меня был все это время смайлик Куна. Похуй. От холодного ветра, который сдувает разрушенную галерею, мурашки по коже. Портативный магнитофон Херман в уши. Магнитофон на две катушки, крутится в холостую. Это что? В углу под несущим фигурам... Так. Радиокомпьютер. Радиокомпьютер. Подожди, дай мне разобраться. Заглянуть в отсек. Под крышкой покоится куб. Жесть. Журнал Февмар. Нажать воспор. О, нет. Казалось бы, да-да. Причем тут это? Добрый день. Форт от Эксенте, Сен-Брюн. Это восточный австралийский транслятор. Пожалуйста, прийти, это личный журнал. Что значит личный журнал? Вы ставите золотой блок по антиядру. Вы имеете в виду светящуюся штуку, над которой приклеена лента? Не знаю. Это личный журнал? Да. Подтвердите пароль. There's no use trying to guess the answer. Пароль, у меня плохо с паролями. No. Пароль это мой день рождения. No. Это полиция, откройте. I'm afraid we are not doing that. Я не знаю пароль. That sounds bad. Так, сейчас, подожди. Спасибо, мне все. The machine's keyboard. Пароль, блядь. Я что, знаю, откуда нахуй пароли какие-то? Смотри, ботинки новые нашел. О! Нормально. Красные башмаки. Пойдет. Новые туфли. Ну а насколько они новые и лучше? Ну, кстати, они лучше, действительно. Бля, он выглядит как настоящий черт. Теперь вы одеты как настоящий черт. О, штанцы, ребята. Новые штаны, блядь. А не, подожди. Шарф. Гангстерский какой-то. Ёбаный в рот, чуваки. Вот это я понимаю. Вот это стильный уже. Вот это уже стиль. Вот это уже стиль, блядь. Вот это уже стиль. Один шарфик все порешал. Ёбаный рот. Надень зеленую куртку еще. Да, бля, надо собрать сет. Тут есть сеты. Но, может, в этой церкви где-то лежит фулл сет. Просто... Даже... Что это такое? The silence in this part of the church. It's almost palpable. Maybe if you were to stand in just the right spot. Стоп, кажется, до сих пор что-то слышу. And then it's gone. You can hardly hear your own breathing. You produce a few muffled thuds. You produce your voice is barely. It's unnerving. Это тревожит, просто что творится? Lieutenant points to his ears and. Can you hear anything? Вы что, не слышите? Почти ничего, меня это начинает пугать. The church just has strange acoustics, some engineering trick. Поскольку вокруг происходит нечто странное. Так, подожди, супермейкер.
РП действие. Кидает карточку, но обратку наебало. Карточку, но обратка закрывает поле зрения оппонента. Кулак правой руки влетает с высокой скоростью и впечатывает карточку в ебало оппонента. Это жестко. Спасибо, Супермеркер. Lieutenant doesn't reply. The orderly rows of ceiling panels become barely visible. Бля. Disappear completely in the darkness of the tower overhead. Восприятие, где оно? Это 8. Сука, 58%. Ну, пожалуйста. Да, блядь. Да! Ничего не поможет. Смирись, собака. Бля, ужас какой, бля, пинзадов. Спасибо, бля. Там словно что-то движется. Проследить за движением тени на потолке? Да. Оно спускается. Проследить за движениями. Это больше уже не тень. Прежде всего, все больше материализуется. Это спускает какое-то животное. Вы что, заметили, сэр? О, нет. Куда она подевалась? Моргнуть. Что происходит, нахуй? О боже, блядь, там чел. Кто-то висит на стропилах, глядит прямо на тебя своими черными глазами. Возможно, с ним поговорить? Ебать, это шучу. Эй, кто там прячется? Промолчим. Человек пойдет с ним вперед, направляя на тебя свой неподвижный, ничего не выражающий взгляд. Затем начинает говорить. Дружище, пристрастие к алкоголю добра не такого не доводит. Как тебя страха аж трясет, как баба часу. Не переживай, все будет хорошо. Что ты здесь делаешь? Я здесь, чтобы обрести любовь матери. Ты тоже можешь, дружище. И когда будешь готов, она возьмет тебя за руку и вытянет из-за чайной, что держит тебя на дне бутылки. Совершенно очевидно, что этот человек заядлый наркоман. Может, не стоит ни о чем спрашивать? Опять он про бутылку завел? Чтоб его. Ты вообще в последнее время подзавязал, так что пусть идет лесом, тоже мне. Нет. Вот реакция. Нет, только не это. И убежать. Да, полагаю, мне с этим действительно небольшая проблема. Я полицейский, еще задать несколько вопросов. Ну, конечно. Ты ничего не знаешь писать с алкоголем. У тебя все под контролем, чувак. Да, я отсюда чувствую, как тебя несет контролем. У меня все в порядке, спасибо. Я знаю, что я чужу при существовании этой проблемы. Когда-то я тоже через это прошел. И не могу заглянуть в свое сердце, понять, что испытываю боль. Знаете, раз уж об этом все равно зашла речь, возможно, вам все-таки стоит прислушаться к тому, что говорит этот акробат. Что началось-то? Долбоебы какие-то. И кем себя занял? Ты же просто псих под крышей. Что за хрень? Знаешь, что вообще алкоголь составляет основу моей личности? Если бы я не пил, это был бы уже не я. Дружище, твоя личность идет в могилу даже раньше, чем ты думаешь. Ты веришь, что готов к этому? Матерь могла бы освободить тебя от этой дряни. Это церковь Матери Тишины. Тебе рады здесь. Пока ты услышишь информацию. Ты понятия не имеешь, что за фургон несет? Он что, просто пытается тебя сбить с толку? Ведь это одно не притворство. Возможно, он имел в виду... Он ввел себя в заблуждение. Ты не знаешь, здесь сейчас жутик? Другой жутик? Понятия не имею, дружище. Погоди, значит, в церкви живет тут еще? Нет. Вегетта. Полоска выровнена. Спасибо большое, Супермейкер. А вдруг это Руби? Did it ever seem to you like she was hiding here from something? На самом деле она довольно молодая. Ну, может быть, столько молодая. Бля, ну действительно, это же Руби. No, man. Why the opposite? I don't think she cared much. Mm-hmm. I see. And where is she now? I told you, Holmes. I don't know. Как же ты можешь если вы его пережите тут? Какой кофе вы будете, Раф? Да ебать. Ломатели просто, блядь, крушат. РП действует точечный удар по полоске и ментальному состоянию уравнителей.
Последний. Спасибо большое, парни, спасибо. Ты можешь еще о чем-нибудь про нее рассказать? Как она вообще? Больше-то нет. Придется тебе подождать, пока она вернется, или... Или завести ее радиокомпьютер. Ты случайно не слышишь, что назвала радиокомпьютер пароль? Зачем он тебе нужен? Отличное средство. Я прошу вопрос о пароле в серийных кодах. Не парься, чувак. Пароль за жизнь и смерть. Ну что думаешь, когда я это услышал? Мне тоже стало жаль. Только что спустился из-под купола церкви? Так и есть, дружище. Ты человек, по твоим платкам не скажешь. Давай, по крайней мере, частично. Пока любопытник окончательно не сожжет грубые черты этого тела. Так, ты не похож на местного? Ты что, местисника не видел? И это очень хорошо. Вряд ли нашу какую-то... Так, ну что ж, ты человек, это заебись. Ладно, похуй. Рэверы хотят клуб это превратить. А им стоит бояться? Полагаю, ты не ставишь препятствий молодежи, которая решила заняться бизнесом, их предприятие выглядит многообещающим. Если я начну тут музон, то вообще никак не мешает, обычно я наверху преисполняюсь. Заебись. Короче, пацаны, рейв-клубу быть, пароль мы знаем. Это место Руби, нам не нужно нахуй ее искать. Мы знаем, что эта сучка здесь. Где, блядь? Я знаю, что эта сучка, это ее компьютер. Это была она, это 100% была Руби, ребята. Это она. Я тебя поймал, блядь. За жизнь и смерть. I have unlocked the filament. After ending the broadcast accident, is there anything else? Goodbye. The speaker. Good afternoon. Goodbye. The machine's keyboard. The printer prints out a long text document. The first entry. Первая запись сделана 4 февраля 51-го. Неизвестный сразу кратко лаконичен. Я в церкви, дверь была заколочена, так что пришел воспользоваться монтировкой, чтобы попасть внутрь. Похоже, это место заброшено, ничего необычного, но надо поспрашивать местных. Нужно сообразить, как провести сюда электричество. Лейтенант наклоняется поближе, заглядывая распечатку поверх его плеча. Как только ты заканчиваешь читать, он поднимает взгляд, пропуща под нос. 4 февраля, это больше месяца назад. Тот, кто установил эти машины, провел здесь некоторое время. Как думаешь, Жан, может быть связан с нашим делом? Нашим делом? Нет, не думаю. Должно быть какая-то местная. Еще вторую запись. Поговорил с местными рыбаками, говорят, что мне стоит держаться подальше от этого места, что в церкви жутковато и полно наркотиков. Здесь правда немного жутковато. Я до сих пор не знаю, как быть с электричеством. Видишь? Что? Наркотики? Так, Даня, хорошего стрима. Давай, Громыч, давай, дружище. Давай, старичок. Спасибо, что заглянул. Хорошего вечера. Так, прочитай третью запись. Наконец-то есть электричество. Следующий пункт программы — новая антенна. Может, серии Эскер? Нужна какая-нибудь передовая модель. Зачем мне антенна? Зачем вообще кому-то установить здесь все это оборудование? Прочитай четвертую запись. Пришлось купить антенну, возникли некоторые сложности, говорят, настройки. Это 100% она, это 100% она, это она, блядь. Просто все не так просто. Блять, наверное. Нужно исследование, что вызвало потерю данных, и дело с концом. До сих пор мегакомпания как-то вышла, что резервная копия стерлась, хотя бы даже не была подключена. Знаю, знаю, все думают, что это невозможно. Говорят, что игра должна восстановить справедливость. Данте, спасибо за покупку мемесов. They say I must be lying. Художник, приветствует Лекси, кто все эти люди? Потеря данных? Художники, приветствует. Так, дальше читаем. Сходил в магазин за едой, судя по всему, в порту забастовка. Определенно не испытывал никакой радости от необходимости снова встречаться с жителями Мартинеза. Сверх все готово, начнем завтра 8:00. Вот! Уже какое-то время занимаюсь пересылкой данных в Lintel, пытаюсь восстановить потерю данных, но пока ничего. Долго не писал журнал, поддавшись разочарованию. Удалось, тем не менее, обнаружить любопытную пространственную звуковую аномалию в дальней части церкви. Называю воронкой. Так, подожди. Читай седьмую запись. Да, первая же запись подтверждает, что воронка вполне реальная, и я не схожу с ума. Это столб тишины диаметром около 3 метров. Похоже, что выше я поднимаюсь, и меньше могу записать. Возможно, это лишь совпадение, или может быть связано с потерей данных, что привело меня сюда. Столб тишины. Ага. Что это может быть такое? Я
чашах пробились в глазь воды, поверхность не шелхнется. 58-ю запись. Март 51-й, рядом с циркой появились какие-то юные дискотечники. Пытаются писать тишину, чтобы определить эпицентр. Но теперь я, похоже, записываю еще и будущее танцевальной музыки. Одна и та же песня в стиле нео-диско. Снова и снова. Чаще всего песня настолько монотонна, что мне удалось разработать алгоритм, который вырезает ее в записи на следующий день. Блять, поправители полоски поправили ее снова, ребята. Поправили снова. И полоска восстановилась. Нео диско, блядь. Шпионы пиздоболы. Привет. Если... Не. Пасик. Я сейчас, подождите, машину предложил. Так, лады. Ладно, ебашим. Там Максим предлагал шпионов, уже но я... нечего сказать. Сказал. Да, да, да. Я сказал, что я в диску, типа, я говорю, если я пойду в шпионов, пойдешь в танку в 9? Он сказал, не, не пойду в танку в 9. Я говорю, ну ладно, тогда. Я хотел торгануться, но не получилось. Спасибо большое, Пинзада, спасибо большое за 111. Благодарю, дружище, благодарю. Есть что сказать, но полоску продолжу я также ломать. Так. Это была Асель? Наверное, она имеет в виду Асель. Ту девушку на льду, да, похоже. Почти 10-ю запись. Март 51-й, новый кабель для внешнего сигнала. Лапша, крекеры, энергетик, пинг-пинг, вода, зубная паста, жвачка, а также пара баллонов, сжатый воздухом. Когда считать вокруг и слышишь, как дверь цветка открывается. А это не она. Ксыли пиздишь. Спасибо, Самоэлька. Сегодня это еще прям тихо и лампово, почти как на бусте. Жду ДБД. Будут. После станки будут. Ну, сегодня просто дискоэлизиум такая игра. Странная женщина привязывается прямиком к радиокомпьютеру. Пытаетесь взломать мой радиокомпьютер, да? Yes. Именно. You are breaking it. Mm-hmm. Прошу извините за вторжение, видели мы из РГМ. Уверяю вас, я опытный радиозлобщик, я не взломал ваш компьютер, лишь использую для доступа к военным каналам коалиции. Я еще признаю в убийстве, которое, возможно, прячется здесь. Никто здесь не прячется. Уже несколько недель только я и мой компьютер. Тебе это дети будет добры. Мне нужно убедиться, что вы ничего не сломали. Нужно с ней поговорить. Что вы хотели? Я ничего не сломал, правда? Нет, только распечатали мой личный журнал и старательную бумагу. Хуйня. Спасибо, супермейкер. Извините, но кто вы? Что вы здесь делаете? Так, бывшая ведущая аэропрограммистка Фортес и... Ага. Окей. Вряд ли могу помочь, но если... Окей. Вы видели человека, который живет сверху? Так, вы не видели здесь его подозрительную женщину по имени Руби? Что? Нет. Не лжет. На похуй. Мы Руби ищем. Бери два. Блять, мужики, бесконечная война. Спасибо вам большое, ребят. Спасибо вам большущее. Большущее спасибо. Бери два. Хуйна, бери два. Здорово, Лилиан Рейн, привет. Так, а это что за дыра, блядь? Сейчас поиграем. Ксили пиздишь X2. Спасибо, Самелька, большое. Большое спасибо. Большущий. Что за дрень? Поговори с Кимом в кругу. Yes. Ничего не говорит. Там какая-то реально аномалия. На того высушается молодая мать гуманизма. Белый серебристый абрикосовый витраж. По телу проходит трещины. Это невероятно высокая женщина с грустным овальным лицом. Ты чувствуешь, как от нее исходит мрачное величие. Это Долорес Дэй, святоч. Встать на колени. Сначала закрыть глаза.
Так. Океан кажется таким далеким. Вот так. Свой встречный стекле сдувает холодный ветер, отражая пот, вступишь у тебя на лбу. Собирай дрожь, открыть глаза. Женщина смотрит на тебя, как ты стоишь внизу на коленях. Она возвышается над своими последними зодчими прихожанами. Маккоин тоже, блин, поправляет все это дело. Спасибо большущее. И вот уже 120, ребята, на полоске. Спасибо вам огромное. Вот к чему ваши войны приводят. Она заметила приближение того, кто в чем еще теплится жизнь. Сожаление. Ведомо приходит бесполезное слово. В этот момент лейтенант крестится от плеча к плечу. Встать, повторить его жест. Ты 4 раза касаешься груди кончиками пальцев, затем ты поднимаешься с колен. Циклопедия 3. Sundered by the crack in the glass. Так. А не надо. Да блин, ну просто слом и слом, слом и слом. Это было красиво. Пассажирский самолет Бройлер 747 терпит крушение. Несмотря на весь вред, что ты нанес своему здоровью, это знание надежных кресел гипхэн, это Долорес Дэй, светоч гуманизма, интернационализма и социального государства. Возможно, самая известная личность, которая когда-либо существовала. Даже литры. Да ёбана в рот. Ксили пиздиш X3. Спасибо, Самаэль. Давай дальше, я хочу еще. Все хотели еще земли, местные акциденты и даже далекое субредвин, 20-40 тысяч на тот момент стран континента сразу же приняли правление светоча. Еще коронации. До коронации. Коронации в городе под названием Авесперасцит Веспермесина, откуда она была родом. Название города означает приход вечера. Однако случилось все зимним утром, когда каналы были скованы льдом, а с неба валил мокрый снег. В своем жемчужном белом платье вышла она на пустую площадь, людей туда не пускали. Уже тогда ее терьеры, секретная служба светоча, волновались, что кто-нибудь попытался ее убить. Она должна быть красивой. О да, она была похожа на юную мать человечества. На идеальную мать. Она была вызывающе прекрасна, как будто ее лицо, плечи и руки были покрыты мягким пушком. Тебе прекрасно об этом известно. Зима была в самом разгаре, снег пускался вокруг на нее мостовую. Небольшая группа дипломатов стояла неподалеку, когда терьеры водрузили ей на голову венок из белого золота. Мало кому, кроме сотрудников секретной службы, удалось стать свидетелем коронации. Что потом? Один из агентов этой секретной службы убил ее 22 года спустя. Молодой человек начал подозревать, что Долорес Дэй не человек, какое-то иное существо. Что? Существо, которое бродила среди нас, наблюдала, как мы, спотыкаясь, ищем свой путь на протяжении сотен, а то и тысяч лет, пока не решила вмешаться в ход нашей истории. Мы даже были по всему прийти сами, утверждая, что убийца кричал именно эти слова. Он выстрелил Долорес Дэй в грудь из охотничьего ружья 8 раз. Его посчитали сумасшедшим. Он утверждал, что однажды прикоснулся к ней, и ее тело было неестественно горячим, как печь. Еще он говорил, что иногда, стоя в карауле, видел, как она забывала дышать минут 10, и то и дольше. Ебать! Что еще про нее известно? Да много чего. В итоге стала советницей Ирен, мореплавницей королевы Суресны. А еще ты знаешь, что она обладала ослепительной земной красотой. Окей. Ужасно придворные дамы, бла-бла-бла. Блять, заебал этот лор. Да пофиг. По похуй. Я могу восстановить, подожди, я могу восстановить витраж. Только мне нужен визуальный анализ. Энциклопедия плюс 2. Бля, это очки нёрда чистые. Энциклопедия плюс 2. Иногда, когда я смотрю твой стрим, я навожу курсор на твой курсор и делаю вид, что мы держимся за руки, так и буду чувствовать себя менее одиноким. Надеюсь, это тебя не пугает. Бля, мужик, ты чё там? Ты открыл все сайты, блядь, с пастами какими-то? Ну, типа, это ж... Это бред, нахуй. И, блядь, заняться нечем. Иди пиво, нахуй. Ага, сегодня ж пиво не продают нигде. Да, блядь. Да, блядь. Так. Визуальный анализ сюда. Это еще там можно. Плюс один. Визуальный анализ сюда. Качнуть. Сколько? 56%. Я, блядь, сделаю все.
В смысле, не продают? Сегодня же выпускной или нет? У нас не продают? Нет. Наверное, это просто у нас. О, как! Призрачные осколки витража стоят на свои места, словно достающие кусочки головоломки. Причем витраж сбился внизу под молодой женщиной, на нем была избрана еще одна постарше. Та же текст и мотив. Почему эта мозаика разбилась? Неизвестно. Мотокарета, выстрел, кто-нибудь упал на витраж. Кто эта женщина постарше? На троне виднеется картинная планка, на которой написано «Ирен Мореплавательница», ясно. Девиз, что там написано? Женщина, блестящая в черном... Априс... Лави Морт... Апе Ла Морт... Лави Де Нуво. Лави Де Нуво. Лави Де Нуво. Лейтенант, когда... Когда-то здесь было написано за жизнью смерть, за жизнью смерть, за смертью снова жизнь, кивает он. Это возвышенные слова, которые часто встречаются в сакрализме Даларианской церкви. Сначала их даже используют как лозунг РГМ, хотя потом перестали. Как сейчас с РГМ девиз? Правосудие, единение, благоразумие, сила. Мне нравится, пусть... Мне нравится, пусть эти не забывают, что Бога бояться нужно. Вы грубый и недалекий человек. Ладно. Я вижу, ты любишь пожестче, Майнбрудер. Чего? Что звук? У меня в животе урчит. Вечереет, настало время принести клятву. Клятву? Клятву крови на плоти. Что там несут мои кишки? Кишки как низко, это система пищеварения. Так. Что такое фашизм? Это объемное понятие, но причем, что... Либералы? Them, but women. Верлом Жень-Инь? Men of war. You don't like them. That's what fascism boils down to. У меня какие-то желудочные... У меня желудочные спазмы? У тебя приступ материальной правды. Почему со мной происходит это? Because you've said the hard things. Потому что ты говорил... Потому что ты говорил жесткие вещи, которые хотел бы... Блять, чё, блять, вообще фашизм звучит неплохо. Очень плохо. А если мы назовем по-другому, ну типа на традиционализм. Okay. Yes. Да, хорошо, так назовем, отличная мысль. Традиционализм точное слово. Так, ладно, трое принял. Ты выполнишь Дай Клятвен, Майнбрудер? Я выполню Дай Клятвен, слава великой Ревошольской нации. Бля, а надо ли? А я не хочу. А я не хочу, блять. А я не хочу, ребята. For the nation, smart. Best not to mention the woo. Нет, фашизм — это развитие промышленности, политику и национальной принадлежности. Это не про женщин. Я вообще не против. Я вообще ничего против женщин не имею. Ладно. Я все равно этого не буду делать. Так, надо цикнуть журнальчик, ребята. Спросите Сонну, что он думает про ночной клуб. Yes, what is it? What? I hate it. I bet she hasn't even heard. Могу посмотреть, она даже не расслышала. Вообще, где-то слышали? Yeah. Ага. Like all the time. My tent neighbors don't really ease up with their partying. Maybe I'd have to be on drugs to get it. Что вы думаете по поводу клуба? This is about those speed freaks in the tent, isn't it? Спидпанков. It's not a nightclub they want to build here. Мержижа, спасибо большое за покупку мемесов. Take a guess, why don't you? Угадайте. Я вижу, что все-таки хотят открыть еще клуб, так. Какой-нибудь общественный персонаж для помощи пожилым людям. Контактный зоопарк. Молодежный центр. I can't believe they got you so easily. Go have another talk with those up. Good luck. Так, I'm ладно. Not coming in there. Nope. Yes. Ясно. No. You're... Короче, хуйня все это. Так, теперь идем, чуваки, надо... Андрей, мне не сонный по поводу ночного клуба. Труп на пирсе. Ебать, сколько заданий. У меня уже просто...
У меня уже просто голова кругом, нахуй. Их все больше и больше становится. У меня еще один труп. И это какая-то непонятная хуйня здесь. В церковь, блядь, ночной клуб. Вы ебанулись, что ли? Блядь, какие-то челы в палатке, там у них тусовка своя. Здорово! Здорово, блин. Реально, блядь, пипенгер нахуй в голове. Так, это кто? Это Андре, где Сонну? Ты Сонну? Это Ноик. А где Сонну, блядь? Я поговорил с закрытым тенях существом. О, ман, the crab man, you mean? Who is he? Really? Interesting. No matter. Is he? Yeah. These guys will never catch him. You will never catch him. There's nothing to do. I don't know, man. Doesn't it feel like a major hindrance to you? A spooky guy climbing a... I guess it's not a... Meh. Everyone is welcome. Maybe. I guess we'll figure something out. Okay. Так, подожди. Вы, она сказала, что вы не до конца были с моим чувством. Да ладно, чувак, кому ты больше веришь? Жуткая программистка или нам? Почувствуй любовь, спаси. Так. Так, окей. Мне не понравилось, где... Куда ты теперь? То куда? А я посъебал. Жаль, это моя любимая хобби, она бросает но только обратно, я сейчас заберу. Так, окей. Че, блядь, делать? Такой человек-краб идет все здравомыслие? Не нравится? Да, вообще не нравится, соврать, она стянется, да тут любой повтянулся, вы только вслушайте этот сумасшедший музыки ритм. А, окей, ладно. Я... Так, ладно. Ладно, я пытаюсь уговорить ее. Так. А, блядь! Уберите Сонну, пойдите за сущностью, блядь, выгоните ее из церкви. Палатку пускай идет, кодит, блядь. Программистам много места не надо, правильно? Мы в палатке норм. Согласны? Напомни, ПЖ, как в Дискорде активизировать проходку на бусте? Блин, спроси лучше в хелп-канале, старичок. Там вроде бы слэш, самозапись и прайм, типа, и он тебя должен пустить. Но это... Это длинный топ-квест, уговаривай. Да я иду, иду. Я иду, я иду. Yes. What is it? А если я вас выгоню отсюда? А что если вам не нужно будет отсюда уходить? Я сейчас с Андреем, он хочет договориться. I don't want to make anything work. Так, я не хочу ни с кем ни о чем договариваться. Я тебя понял. Подождите-ка. Почему yes, не хочет? Да, я не хочу. Внушение. А где ты? Сука, у меня нету. Блять, а у меня есть на внушение? Концептуализация, эмпатия, минус один внушение, драма, электрохимия, электрохимия. Ёбаные вульпы, блять. Напали нахуй за угла. Выебали. Суки. Блять. У меня нет внушения. У меня нет внушения вообще никакого. Есть на минус внушение. Ладно, будем ролить, хули. Yes. What is it? Hey, what makes the world go round? Придется скамить, чуваки. Yes, what is it? Сейф скамить. Блять, со второго раза, да ну нахуй. Сегодня говорю, сегодня день Элизиума. Как только она закончит свое исследование, ты можешь съехать. Послушай, долг нахуй. Ебля отменяется. Ебля отменяется. Бля, охуенно. По поводу вашего зрения могу я помочь. Например, поменять воду в чашках. Что? No.
Но я помогу вам завершить проект, вам больше придется жить в церкви. А, сдувает свой взгляд, туснеет. Ладно. Внешнюю копию игры с моего старого рабочего места. Вы имеете в виду студию... Подождите, сладейцы книжный магазин, вы имеете в виду Плизанцию? А где именно находится ваша внешняя копия? В подвале здания стоит огромный холодильник в виде белого медведя, он там. Окей, хорошо, я поищу. Бля, похуй на этот квест, чуваки, вот серьезно, мне надо Руби искать. Вот просто поебать. Вот просто поебать. У меня труп, блять, я сейчас буду искать коллекции какие-то. У меня уже два трупа. Пошлите по побережью сходим. Надо хотя бы хоть какой-то след у Руби найти. Я просто не знаю, где она. Вы находитесь здесь. Место назначения. Хижина рыбаков. Где побережье? Ну, мне же интересно, Джек Николсон. Мне интересно, что там происходит. Я, бля, у меня уже два трупа. Уже не один труп, уже два. И время-то идет, старичок, типа. Вот это, кстати, надо бы опустить этот мост. Это шорткат, похоже. Без 29, да-да, я вижу. Чекни, что она тебе дала. Универсальный инструмент, чтобы открывать запертые контейнеры. О, неплохо, спасибо. Мы вернемся к этому квесту, наверное, но позже. The pain barely hold it. The pain falls into the icy snow with a soft thunk. Заебись. Это шорт. Если можно быстренько бы переходить. Да, тачку нашел уже и документы нашел свои. Только я вообще понятия не имею, где мой ствол, блядь. Где же мой ствол? И нажав один, тебе стирает собственное отражение. Так, здесь мы были перчатки. Так, бабуля, кстати. Она вон стирает. Может, тебе куртку можно будет дать? Я нашел эту куртку, она грязная. Не могли бы вы постирать для меня? Да, да. Да, подождем. Это что? Это фауновская? Бля, надо... Короче, укону надо покупать, блядь. Охуеть, болевой порог. Ебать, чуваки. Слушай, так это вообще пиздец стильно. Надо покупать. Надо из бомжа превращаться в ёбаря. Ладно, пошли кону купим, блядь. За 15 этих брюки нахуй купим. Это анорак, кстати. Да-да, я иду. Ладно, пойдем к кону сходим. Только туда идти еще пиздец долго. И у торгаша еще кроссовки есть. И плюс мне не надо платить. Только, блядь, где выход найти? А вот он. А почем кросс у торгаша? Сет физрука, блядь. На спорте чисто будем. У торгаша вот здесь были кроссы, вроде бы. Где там кроссы были? Сдай всю хуйню в ломбар. Сейчас я проверю, кроссы где. Бля, 50 нахуй реалов. Ебать. Слушай, пойдем, да, пойдем, короче, в ломбард, блядь, сдадим все нахуй. Нам нужно сейчас разбогатеть, чуваки. У кону за 15 реалов, кажется, брючки. Ладно, сейчас кону сходим. Кону продаст. Я хочу кое-что продать. Я хочу продать одежду. Бля, сколько броня будет стоить? Right. У меня есть эти перчатки. Ага. Хочу продать одежду. Точно не хочешь купить броню? Бля. Я могу продать... Ты за 13 рублей. Канистру нахуй. Бля, канистра тут нужна мне?
Канистру не продавай. Воротничкового рябчика. А там чел какой-то сказал, что он может починить его. Бля, ладно, пацаны, подождите. Похуй пока на ломбард. Я думал, что я перчи смогу заложить. А они, видишь, они нахуй не продаются, потому что они слишком дорого. Ну и нахуй нужны такие перчатки, спрашивается. Эти открытки стоят, блядь. Хуйню. Надо найти еще богатую даму. Может, она согласится дать денег нам? Просто платить за отель и жить в отеле — это супер хуйня, типа. Бля, эта куртка, оказывается, это пиздатая куртка была. Штормовка. Вот бы целый сет фалновский собрать. Надо у Кону купить, блядь, брюки. Я хочу купить штаны фалн. Держи, легавый. Кореша на стиле. Куна видит, как ты по небу орлом паришь, ёпта. Он с гордостью смотрит тебя. Мусор тебе перед Куна в долгу, в денежном долгу. Чё? Куна похуй. Грубая сила. Ебать. Бля, ну кроссовки надо, пацаны. Ну где взять полтишок? Это пиздец. Потому что с этой обувью это просто ужас. Он выглядит просто нахуй как этот. Как будто пошел, блядь, я даже не знаю. Чё дает? Болевой порог плюс один. Все красное. Грубая сила, эквилибристика. Белая майка, грубая сила. Привет. Временно бизнес-секреты будут выходить здесь. Совет номер один. Чем ходить и побираться и просить деньги, лучше укради. Бля, старик, нахуй не шути, когда я пью, блядь. Реально гопник из 90-х. Бля, мне похуй на эту мысль. Где-то 50 денег взять нужно где-то. Бля, кто хотел починить эту хуйню? Господи, я даже не помню. Пойдем супербогатого чела ролить. Так я уже его ролил, старичок. Он вроде как не этот. Не дал мне ничего. Или дал, но супер мало. У Гарта? В баре? А что за Гарт? А, все, блядь, за стойкой, который чел, точно. Ему этот рябчик. Может, он купит сейчас, блядь, за 50. Я куплю себе кроссы. Похуй, даже за 30. Я нашел танцы в новую птицу. Это еще что? What, the interior decorating kind? You know, I'm sorry. I can fix it to the plaque and have a new bird in the... This was most... А где деньги? About our work here. It's not actually about that. But he liked it. А деньги, блядь? Это не стоит того, ребят. Это чучело идет в ломбард, мне кажется. А это еще что за хуи? Может, они денег дадут? Такое ощущение, как будто нет. Жизнь. Мням-мням. Восемь должна быть борьбой. Дай мне минуточку, офицер. Я только дам сэндвич. Это кто, блядь? Что хотел? Я нашел твою будку. А, это этот, я нашел твою будку. Я видел кого-то ночью убийство, будка смотрит во двор. Ага. С чего ты в отпуске? You see, officer, Rene is the kind of man would rather die than admit it. I'm fine, goddammit. Mind your own business. It's nothing. It's his heart. Кто тебя в ту ночь подменял? The boss has been on man since no one has been guarding the container yard since. Yes,
It's no coffee, sir. The container yard doesn't actually need a guardsman. Never had one before, Rene. Monsieur Claire had that booth built specially for the possibility of someone being in there is enough to discourage any ill-minded individuals. Evrard created this job for René because he knows the Royal Carabiner's pension of honor and PTSD isn't something a man can live off. Такая заметность только еще больше для человека, Борис или умри, третьего не дано. Рене, это всего лишь один человек, нам нужна программа вернуть всех стариков на рынок труда, мотивировать дедушек. Look, officer, can we conclude the topic of my guard booth now? Я видел здесь фотографию, на ней ты, а кто девушка? She? Она... Nobody. Это не твое дело. This is none of your concern. Uh-huh. Lady is Jean-Marie Beaulieu. Ясно. Yes, yes. Знаешь, что-нибудь о повешенном заднем тряпье? Unfortunately, I don't. А что с большинством местных? Тебе нет проблем с копами? Что значит сотрудниц? Говоришь о том, что они держат все участок, радуют взглядов мужчин. Великие умы мыслят одинаково, Рене, мы с тобой все понимаем. РГМ не делает различий, к женщинам предъявляются те же требования, что и к мужчинам. И как следует квартальные отчеты, они настолько же эффективно выполняют свою работу. Вы играете в воронки. Это связано с стрельцами пуль? Ага. Heavy artillery fire, you say? Значит, воронка артиллерийские снаряды, но почему? Ну что, почему артиллерийские снаряды? Потому что так выходит, когда коммунары крадут у тебя страну, казнят верховное руководство и превращают столицу в бойню. Приходится использовать тяжелое оружие, чтобы очистить собственный дом. А кто эти коммунары? Коммуняки. Давай историю на потом, блять. Так. Ладно. Хуйня, короче, блять. Время, ребят. Потом мысли словим. Руби ушла, и следуйте побережье, чтобы найти следы. Сука, где ты, тварь ебучая? Где ты, нахуй? Где эта тварь, блядь? Где она? Ну хоть... Вот хоть этот, хоть намек. Сука, тысячу за 50 кроссовки. Отдай подешевле, блядь. They are the pedestal. If, on the other hand, you wanted to buy the sneakers too, a pair of dedicated. Those... Only that's madness. Бля, я даже не могу торгануться. Hey. Psst. Hey, yes, you. Word on the street is, yes, you're ready to start building communism again. You've built it before. So, построим коммунизм? That communism you've promised to build. You keep saying things like down with the bourgeoisie, eat the rich, sodomize the funky style, very funky. В чем суть коммунизма? So tell me, do you have failure? Крахи. It's about вся его суть в крахе. В крахе? Yes. Безнадежном крахе. Failure. Total irreversible defeat on all fronts. Absolutely vanquished. You alone. Against every living thing, against every human alive, you now get to work, comrade. Ладно. Oh yeah, get the firing squads and the animal wagons. Too late to back out. Социал-экономический мазовизм, блять, чё, фашизм, либераха или коммуняка? Ща я попробую посмотреть, если я продам все, сколько у меня выйдет на кроссы. Плюс 13, блять, мне не хватает, чуваки, мне не хватает денег. Hello, hello. Let me... Sure, let me have a look. Oh, no. I don't like those kind of photic paths. Counter-radiance networks.
You have absolutely no idea what a photic bar. Anything else you're thinking of selling? 13 рублей заложить. Так, открытка. Платок лейтенанта. Ручка. Канистра. Фото счастливой пары. Блять, это, а, вот этот чел. Нахуй продажа, блять. Открытка. А вот это мне надо? Сколько денег? 32 реала всего лишь. Ну, считай, я штаны отбил, типа, этой хуйней. Я штаны отбил этой хуйней. Typical Martinez streetlight sits among assorted 700 real. A bargain, I'd... A bargain? No, it's not. He's trying to sweet talk. The light is under... Well, the most... 700 нахуй реалов, блять? А нахуя уличный фонарь? За 700 реалов. Ебать. Бредик, блять. Семьсот нахуй реалов за уличный фонарь. Копи, блядь. Да я костюм себе не могу купить, а тут уличный фонарь. Кстати говоря, у меня же тоже перчатки фал нахуй от коллекции. Мне осталось купить обувь и шляпу. Шляпа есть какая-то у фауна? Вот, ну, бутылки собирай. Охуеть. Футболка и шапка. Ебать, у него анимация. Он вообще спортом будет заниматься. Ты еще найдешь шапку и футболку. Хорошо, что у меня дом появился новый, и мне не надо, блядь, жить. Это что за следы? Это не наши же? Как будто наши. Я здесь был? Я здесь был. Это кто? Hi, officer. Так, женщина в дождевичке. Так. Anything I can help you with? Чем могу помочь? Как и всегда, я законодатель. Где мы находимся? У меня есть вопросы. Первый, как твое имя? Мое имя Лилиана. Меня называют Дырбачкой. Я кое-кого ищу. Может, ты сможешь помочь? Эрзинский подозреваемый, который мог встретиться где-то по соседству. Okay. Совсем недавно, последние несколько дней, возможно, она прибыла сюда в пятницу. Ага, серьезно? Ясно. Может, никого не ищу. Так, ладно, блять, подожди, там, кстати, богачка должна была приплыть, точняк. Ебать, ребята, я знаю сейчас, кто нам купит кроссовки. Наша, бля, любимая Милфа. О! 70 копеек. Куда, блядь, нам карманы? Если вы не просите, оставлю кордолет. Да, мадам, это, кстати, причал. Здравствуйте. Здравствуйте, детективы. Я тут в связи здесь, я вот только что прибыла. Что привело сюда? Да ничего особенного. Так, и как вам здесь? Pornographically poor. Mm-hmm. The street has no name. All the men are dead. Or mm-hmm. I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Maybe she would. Mm-hmm. Dark eyes survey the coast leading up to Martinez. Dull grey metal rests in her scabbard. Fortunately mm-hmm. for you, madame, the RCM is on the scene. Mm-hmm. All right. Politics time. Let's react. Вам ничего не угрожает, рабочий класс не имеет ни малейшего понятия о происходящем. Бля, на самом деле, как оно было? Хай, Муни. Здорово, Ван. Ван из Певтов. Hello, my man. Hello. Бля, как оно было, блять? Мы для нее что-то делали, но не помню. That
they don't. Above you, there forms a quilt of altocumulus clouds. Their cloud shadows slide over the ruins of Revishal West. Do you know how they discovered this place? Это рыбацкую деревню? They're in Celindian. Нет, я не знаю, как ее открыли. Your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. Забвение это в моем духе. I knew you would sympathize. Most Revisholians will never know what this place means. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Тогда поговорим о чем-нибудь другом. Блять, дай денег нахуй. Кстати, я нашел свое удостоверение. Pleased to meet you, Lieutenant W. Freighter Dubois. I am glad to see a man of... What can I help you with, Lieutenant W. Freighter? Вы создаете впечатление человека? Бля, а больше нельзя у него, да, денег попросить? Вы на яхте? Well, technically speaking, I'm not on it right now. Good. Блядь, нет денег, похоже. You're back. Good. What can I... This... Reality. Yes, reality and experiment. Я провожу личное расследование в отношении мира. Ой, блять, да вообще сейчас самое лучшее время для разговора с реальностью, может, в другой раз. Так, ладно. Ребят, 9 часов, короче, давайте с Элизиумом. За деньги, да. Сегодня с Элизиумом все. Пошлите в станку.